У меня что-то зависло, или мы не начинаем? Я что-то не пойму никак. Да-да, там мы трансляцию запускали. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники. Меня зовут Василия Плеханова, я руководитель проекта СИФО кафе Финтак Стоп, организатор профессиональных онлайн-событий. Друзья, сегодня в разгар лета мы с вами в рамках одного мероприятия разберем две актуальнейшие темы. Летнюю отчетность по НДС и налогу на прибыль, а также как не попасть в статистику ФНС по доначислениям. Так, друзья, я напомню, что сегодняшнее мероприятие мы проводим совместно с компанией, аудиторской консалтинговой компанией «Провест Аудит», одной из сильнейших аудиторских компаний нашей страны. И опытом сегодня поделятся лучшие эксперты «Провест Аудит». Это Виктория Варламова и Наталья Наталюк. Друзья, я напомню, что у вас есть прекрасная возможность задать ваши вопросы нашим спикерам в чате прямо под онлайн-трансляцией. Вы, как знаете, Виктория и Наталья всегда стараются прямо в прямом эфире ответить на все ваши вопросы. Я думаю, что самое время начинать и открывать сегодняшнее мероприятие. Советник налоговой службы второго ранга, руководитель отдела консалтинга, главный эксперт по бухучету и налогообложению «Провест Аудита», эксперт при палате общественных уполномоченных по защите прав предпринимателей города Москвы, аттестованный аудитор Виктория Варламова. Виктория, всем добрый день! Да. Виктория, я с радостью передаю вам слово. Друзья, ждем ваши вопросы в чате. Спасибо, начинаем. Всем еще раз добрый день. Я сегодня расскажу об изменениях по НДС и по налогу на прибыль, которые стоит учесть при представлении отчетности. Ну и также сегодня 1 июля, я не могла пропустить изменения, которые вступили в силу сегодня по налогу на добавленную стоимость. Возможно, они не всех касаются, но мне кажется, что об этом необходимо знать. Вот. Если вдруг у меня не будут листаться слайды, такое иногда бывает, вы сигнализируйте, пожалуйста, но, как говорится, начинаем. Начинаю с налога на добавленную стоимость. Что здесь нужно учесть? Какие изменения у нас с 1 июля? С 1 июля освободили от налога на добавленную стоимость передачу прав на патенты, изобретения, ноу-хау в рамках договора коммерческой концессии. Ну уж не знаю, по-простому ли или не по-простому, да, по договору франчайзинга. Условия для освобождения прав на объекты этой интеллектуальной собственности – выделение в договоре отдельно стоимости этих прав. Напомню, что и сейчас, и до 1 июля вот эти перечисленные объекты интеллектуальной собственности, ну, в том числе, прежде всего, наверное, нас ноу-хау интересует, тоже освобождались и освобождаются от налога на добавленную стоимость, если права передавались по лицензионному договору или по договору об отчуждении прав. Да? Вот. А по договору коммерческой концессии до 1 июля передача таких прав не освобождалась. Теперь же, если хотите, чтобы вот эти права, да, которые я перечислила, освобождались от НДС в рамках договора коммерческой концессии, выделите сумму этих прав, стоимость этих прав в договоре передаются комплекс прав, в том числе и права, например, на торговую марку, и права на торговую марку, на товарный знак от НДС не освобождаются. Если вы по каким-то причинам не хотите, чтобы у вас были необлагаемые операции, хотите и в рамках договора коммерческой концессии облагать, например, передачу прав на ноу-хау, просто не выделяйте стоимость этих прав в договоре и делайте все по-старому. То есть будем говорить, что это добровольное освобождение от налог на добавленную стоимость по договорам франчайзинга. Но самые, конечно, интересные изменения по НДС с сегодняшнего дня произошли у гостиничного бизнеса, если можно так сказать. С 1 июля у нас введены две нулевых ставки НДС, то есть нулевая ставка по НДС в двух новых случаях. Случай первый, да, это по ставке 0 сегодняшнего дня облагается передача прав на объекты туристской индустрии. То есть если
объекты туристской индустрии передаются в аренду или в пользование на ином праве, например, в том числе там безвозмездное пользование. Вот, уже есть перечень, правда, проект до сих пор не утвердил почему-то Ростуризм, объектов туристской индустрии, которые, передача в аренду которых может облагаться по ставке 0%, то есть это передача в аренду гостиниц, кемпингов, там аквапарков и так далее. Да. Но на самом деле, вот это, если так можно выразиться, льгота нулевая, ставка НДС по аренде объектов туристской индустрии только для новых объектов туристской индустрии, тех, которые введены в эксплуатацию с 1 января 2022 года, в том числе и после реконструкции, да, то есть новеньких гостиниц, кемпингов, аквапарков и так далее. Вот это что касается аренды. Другая нулевая ставка НДС применяется по услугам по предоставлению мест для проживания в гостиницах и иных средствах размещения. Здесь, в общем-то, вот эта нулевая ставка, да, там, тех же, может быть, кемпингов, еще, да, каких-то объектов размещения. Здесь нулевая ставка НДС применяется и новыми, и старыми гостиницами. Просто если предоставляются места для проживания, будем говорить, в старых гостиницах, введенных в эксплуатацию до 1 января 2022 года, то льготная ставка НДС будет применяться такими гостиницами 5 лет до 30 июня 2027 года. Если места предоставляются в новых гостиницах, то нулевая ставка НДС будет применяться у новых гостиниц 5 лет, да, то есть 20 последовательных кварталов, начиная с квартала следующего за тем, в котором объект, да, новый объект туристской индустрии был введен в эксплуатацию. Ну, кстати говоря, забыла тоже сказать, что нулевая ставка по аренде гостиниц, ну, это я так и упрощенно, да, называю, тоже будет применяться 5 лет, начиная с квартала следующего за тем, когда объект туристской индустрии был введен в эксплуатацию. Вот. Но сейчас больше всего, конечно, спрашивают об особенностях применения нулевой ставки НДС по гостиницам. Здесь на что хотелось бы обратить внимание, кратко перечислю основные моменты. Первое. Нулевая ставка НДС дается не всей гостинице, если можно так выразиться, не по всем услугам, которые оказывает гостиница, а только по услугам на предоставление мест для проживания в средствах размещения. И что такое предоставление мест для проживания? Налоговый кодекс не уточняет, что входит в эти услуги. Но если открыть АКВЭД 55.10, то мы увидим, что предоставление мест для проживания, а эта группировка включает в себя предоставление в общем, гостиничных номеров, да, различной категории, с заправкой постели, сменой белья и, соответственно, уборкой номера. А вот уже в дополнительные услуги включаются иные услуги, в том числе питание, там развлекательные услуги, там пользование бассейном и так далее. И поэтому обратите внимание, Минфин уже разъяснил, что действительно нулевая ставка НДС применяется только к услугам по размещению, а дополнительные услуги, которые оказываются гостиницей, ну, из вопроса следовало, да, дополнительно, будем говорить, это там услуги прачечной, парковки, трансфер, аренды конференц-зала, эти услуги уже облагаются в общеустановленном порядке, или если освобождаются от НДС, значит, освобождаются от НДС по другому основанию. Но не надо пугаться, вот сейчас самый распространенный вопрос у гостиниц, а если у нас стоимость номера включена, стоимость завтрака, у некоторых полный пансион, у некоторых вообще система все включено, то есть что облагается по ставке 0% в такой ситуации. К сожалению, четких разъяснений Минфина до сих пор нет. То ли они вырабатывают общую какую-то позицию по этому вопросу, то ли просто пока не хотят отвечать, то есть чтобы это как-то само, да, устаканилось. Но вот это письмо, которое у вас сейчас на экранах, оно, это письмо – ответ на конкретный вопрос. То есть как спросили, так и ответили. Налогоплательщик спрашивал,
У нас есть, да, цена номера, есть вот еще дополнительные услуги. Как их облагать? Минфин сказал, вот эти дополнительные услуги облагаем в обычном порядке, да, не по нулевой ставке. Вот, а про цену номера, если бы эти дополнительные услуги были включены в единую цену номера, Минфин, да, вот этот вопрос не рассматривал. Но пока все эксперты, вот консультации, которых я видела, и я в том числе, склоняемся к позиции о том, что по нулевой ставке НДС должна облагаться цена номера. Да? А если вы оказываете услуги дополнительно к цене номера или в цене номера по какой-то причине вы выделили стоимость дополнительных услуг, то тогда стоимость дополнительных услуг облагается в обычном порядке, а цена номера, да, без дополнительных услуг, именно цена размещения, облагается по ставке 0. Ну, чем можно как бы обосновать такую позицию? Как я уже говорила, нет определения, что такое услуги по предоставлению, и если мы посмотрим правила предоставления гостиничных услуг, то мы увидим, что... Сейчас я процитирую, да, цена номера, цена места в номере – это стоимость временного проживания, то есть то, что у нас по ставке 0 должно железно облагаться, и иных сопутствующих услуг, определенных исполнителем, то есть определенных гостиницей, да, оказываемых за единую цену. То есть цена должна быть у меня на номер единая, и я не могу отдельно выделить, в том числе для потребителя, стоимость проживания и стоимость иных сопутствующих услуг. Вот, поэтому я и говорю о том, что все эксперты склоняются к мысли о том, что именно цена номера и должна облагаться НДС по ставке 0%. Но здесь просто обратите внимание, что такое цена номера. Дальше читаем правила предоставления гостиничных услуг, и написано, что цена номера устанавливается одинаковой для всех потребителей, она должна быть доведена до потребителей, что туда включено в эту цену, то есть вы должны разместить цену номера, условно говоря, на сайте, там в холле гостиницы где-то, да, то есть чтобы любой потребитель мог с ней ознакомиться. Поэтому вот еще раз повторюсь, если вы оказываете услуги по размещению по цене за номер по прайсу, да, вот любой, кто прочитает этот прайс, может этот номер снять, да, вот эта цена по прайсу, если стоимость дополнительных услуг в нем не выделена, да, единая цена должна облагаться по ставке 0. Вот, а если же вы формируете для конкретного клиента цену, как вам кажется, номера, да, включив туда и трансферы, там, не знаю, стирку белья, еще чего-то, вот именно для конкретного клиента, то в этой ситуации стоимость поставки 0 должна облагаться только, опять же, цена по прайсу, на мой взгляд, стандартного номера, да, для всех клиентов, а все, что этому клиенту сверх этой цены по прайсу оказывать уже в общеустановленном порядке. Но еще раз хочу предупредить, что, к сожалению, пока это только экспертное мнение. Я бы сказала, что подавляющее большинство с ним согласны, но официальных разъяснений Минфина нет. Поэтому, уважаемые гостиницы, вам придется, да, самим принять решение, как быть в такой ситуации. Ну, еще несколько слов про гостиницы, если вы сдаете, будем говорить, гостиницы в аренду и применяете ставку 0. Значит, здесь на что нужно будет обратить внимание? Что нулевая ставка НДС – это не необлагаемая операция, это облагаемая операция, просто НДС к начислению равен нулю. По ставке 0% налоговая база определяется в особом порядке по гостиницам на последний день квартала, в котором оказаны, ну, я буду называть гостиничные услуги, да. Вот, и для подтверждения ставки 0 к декларации по НДС вам придется прикладывать пакет документов, да, предусмотренных статьей 165, то есть просто так нулевую ставку не дают. Пакет документов, то есть формы их, да, еще не утверждены, если можно так сказать. Вот, и сейчас самый популярный вопрос у гостиниц, если авансы получили сейчас, простите, сейчас, у меня все сейчас, да, то есть до 1 июля, получили авансы под услуги, облагаемые по ставке 0 с 1 июля. Как вот сейчас мы будем сдавать декларацию по НДС за второй квартал, как сейчас нам
заполнить декларацию. То есть можем ли мы авансы по ставке 0 не облагать НДС? То есть вы знаете, если мы получаем авансы по нулевую ставку, у нас налоговой базы по НДС не возникает. Вот, на мой взгляд, все авансы, которые вы получили до 1 июля, должны быть обложены по ставке 20 на 120. Никаких оснований для применения нулевой ставки НДС нет. Но тут же возникает вопрос, а что тогда делать, когда мы уже окажем услуги по ставке 0 вот с этими 20% НДС, которые мы исчислили с предоплаты. Официальных разъяснений именно по гостиницам нет, но в аналогичной ситуации, когда вводилась нулевая ставка по ремонту самолетов, да, то есть там тоже была ситуация, когда уже, будем говорить, исполнители знали, что будет ставка 0, когда работы будут выполнены по ремонту. Вот, Минфин давал разъяснение, то есть если вы оказываете услуги, облагаемые по ставке 0%, вы не можете под 0 принять к вычету НДС, исчисленный с предоплаты по ставке 20%. То есть поэтому вычет НДС, исчисленный с предоплаты по ставке 20% на момент оказания услуг, облагаемых по ставке 0, неправомерен. Да, потому что принять к вычету можно только ту сумму, которую вы, в пределах которой, да, вы исчислили НДС при отгрузке. По нулю вы исчислили 0, значит 20 рублей, условно говоря, к вычету принять с предоплатой нельзя. Но есть выход из ситуации, можете заключить доп. Соглашение к договору, снизить стоимость услуг на сумму налога на добавленную стоимость на 20%, вернуть эти 20% клиенту. И тогда уже на основании пункта 5 статьи 171, как при возврате аванса, принять к вычету НДС исчисленный с предоплаты. То есть у вас, по сути, два варианта. Оставить 20% НДС с аванса бюджету или вернуть клиенту и принять этот НДС к вычету. Ну, можете обозначить акцию, кэшбэк 20%, да, при заключении доп. Соглашения к договору, соответственно, о снижении стоимости услуг на стоимость НДС. Вот, ну и также хочу напомнить, если у вас нулевая ставка НДС, вы обязаны вести раздельный учет входного НДС, относящийся к нулевым операциям. То есть, когда будете представлять декларацию за третий квартал и показывать там так называемые гостиничные услуги, в декларацию включите четвертый раздел, как экспортеры, да? Ну, я его называю экспортным разделом, хотя у нас по ставке 0 не только экспортеры облагают свои товары, да? Ну и много-много еще чего. То есть, включите в декларацию четвертый раздел, и там же в четвертом разделе покажете вычет НДС, относящийся именно к гостиничным услугам. Порядок ведения раздельного учета нужно говорить в учетной политике, четкого порядка нет, но этот порядок должен быть. Да? То есть, если есть вопросы, я готова на них ответить, просто чтобы не утомлять тех, у кого гостиниц нет. Ну и уже ФНС придумала коды операции, которые нужно будет указать в четвертом разделе декларации по НДС, но это будет в декларации за третий квартал. Что нужно учесть при представлении декларации за второй квартал? Да? Или, опять же, эта информация будет интересна в том числе и гостиницам, которые будут представлять декларацию по НДС за третий квартал, и, скорее всего, у вас НДС будет к возмещению, да? Потому что НДС к начислению 0, по услугам по размещению, а входной НДС вы принимаете к вычету, да? Поэтому бюджет вам еще должен будет вернуть налог на добавленную стоимость. То есть у вас будет НДС к возмещению. НДС к возмещению также бывает у экспортеров, когда ставка 0%, да, а вычеты есть. Может быть, вы приобрели, наоборот, большую партию товаров, работу, услуг, входной НДС большой к вычету. То есть, когда вычеты превышают сумму начисленного налога, НДС к возмещению. И эти денежки мы можем вернуть на расчетный счет или мы можем зачесть в счет уплаты следующих платежей, в том числе и по другим федеральным налогом. Так вот, до недавнего времени, чтобы получить возмещение НДС, у нас должна была завершиться камеральная проверка, которая длится 2, да, максимум 3 месяца. Вот. Но некоторые налогоплательщики, богатые налогоплательщики, или те, за кого поручились богатые налогоплательщики, или те, кто приобрел, будем говорить, банковскую гарантию, могли получить НДС в заявительном порядке. Сейчас тоже могут, да? То есть
сначала, что такое НДС в заведенном порядке? Сначала налоговая возвращает деньги, а потом уже разбирается в рамках камеральной проверки, правомерно вернули или нет. И вот, начиная с первого квартала, уже больше налогоплательщиков может получить возмещение НДС в заведенном порядке. То есть для этого не нужна банковская гарантия, не нужно поручительство богатого налогоплательщика. Такой порядок продлится до 2023 года включительно. То есть без банковской гарантии поручительство вы можете получить НДС к возмещению прям буквально за 11 рабочих дней максимум после того, как представили декларацию, написали заявление о возмещении в заявительном порядке. Что для этого нужно? Первое, вы не должны быть в стадии банкротства и ликвидации, реорганизации. Я думаю, что это у многих компаний, да, соблюдается. И второе, без банковской гарантии поручительства вы можете получить в заявительном порядке те суммы НДС, которые не превышают суммы налогов, уплаченных вами за предыдущий год. То есть, если у вас к возмещению, например, 500 тысяч, да, НДС, а за последний год вы заплатили там 300 тысяч налогов, ну, условно говоря, то 300 тысяч вы можете возместить НДС в заявительном порядке без банковской гарантии поручительства, а оставшиеся 200 в моем примере, если хотите получить сразу, тогда по ним нужно будет представить банковскую гарантию или поручительство. Не хотите, ждите тогда по 200 тысячам, да, в моем примере, когда закончится камеральная проверка. Ну, то есть вот такой пример. Форма заявления есть уже, ФНС разработала, и материал к вебинару у вас эта форма будет. Но на самом деле не все так просто, да, то есть вот как бы казалось, написал заявление, дайте мне денег, да, возместите НДС и все. Нет, на самом деле законодатели оставили вот такую как бы не ловушку, да, а вот как бы шанс налоговым органам не давать деньги налогоплательщику, то есть что написано в налоговом кодексе? Там написано, что если у налоговых органов появится сомнение в том, что вы исчисляете НДС правильно, в том числе это могут быть, например, сомнения по предыдущим кварталам, то они вправе отказать вам возмещение НДС в заявительном порядке, тогда возмещение будет проводиться в обычном порядке. Но господин Егоров, глава ФНС, знаете, да, разъяснил, что это может быть, когда у налогового органа могут быть такие сомнения в правомерности исчисления НДС. Это могут быть и предыдущие кварталы, в которых налоговая, например, обнаружила у вас недобросовестных контрагентов, которые по вашим операциям не заплатили НДС или не могли выполнить ваш договор, потому что у них не было для этого ресурсов. То есть вот эти все сомнительные контрагенты или какие-то ошибки в декларациях по НДС могут, да, свести на нет все усилия по заявительному порядку возмещения НДС. То есть налоговый орган вправе будет по этим сомнениям, будем говорить, отказать. Вот. Но я думаю, все равно стоит попробовать, если есть такая возможность, написать заявление в заявительном порядке. Откажут, значит, откажут, да, то есть штрафных санкций за написание заявления в заявительном порядке нет. Ну и также хочу напомнить, раз мы сегодня обсуждаем летнюю отчетность по НДС за второй квартал, что в первом разделе у нас есть строки 55-56, то есть вы их должны заполнить, если будете возмещать НДС в заявительном порядке вот по новому основанию, то есть без банковской гарантии и без поручительства богатого налогоплательщика. То есть ставите сумму, которую вы возмещаете в заявительном порядке, и код операции. Но пока изменения в правила заполнения декларации не вносились, специального кода операции для нового порядка нет. ФНС разъясняла, что в декларации за первый квартал нужно поставить код 07, но по логике это должен быть код 08, но пока вот, да, ФНС разъясняет код 07 до внесения изменений в декларацию. Поэтому тоже учтите, если будете этим пользоваться. На что еще хотелось обратить внимание? Тоже сейчас очень много вопросов задают покупатели электронных услуг у иностранных компаний. То есть многие были даже в какой-то панике, я бы так сказала, когда увидели письмо Федеральной налоговой службы от 30 марта. То есть напомню, если вы приобретаете электронные услуги у иностранных партнеров, то по электронным услугам вы не являетесь налоговыми агентами по НДС,
иностранная компания должна сама встать на учет на сайте ФНС и платить НДС в российский бюджет. Тут же хочу поправиться. Я сказала, что если вы приобретаете у иностранных партнеров, это неверно. Если вы приобретаете у иностранных компаний, вы не налоговый агент по НДС. А если вы приобретаете электронные услуги у иностранного предпринимателя и местом реализации этих услуг является территория России, то да, вы должны исполнять обязанности налогового агента по НДС. Но сейчас речь идет о компании. То есть мы не налоговые агенты по НДС, а иностранная компания, оказывая электронные услуги, сама платит НДС в бюджет. Более того, мы вправе принимать к вычету НДС на основании документов, полученных от иностранной компании, да, там, ну, условно говоря, по ее прайсу, да, который нам там выставили. Самое главное, чтобы сумма НДС была выделена отдельной строкой и был указан ННН этой иностранной компании. Вот, так вот, оказалось, что сейчас у иностранных компаний есть проблемы с перечислением денег в наш российский бюджет. То есть иностранные банки, некоторые, да, запрещают перечислять, не проводят платежи в Федеральное казначейство Российской Федерации. И в связи с этим ФНС рекомендует, да, обратите внимание, не настаивает, а именно рекомендует выполнить покупателям обязанности налоговых агентов по НДС, то есть при перечислении денег иностранному партнеру за электронные услуги рекомендуют удержать НДС, да, перечислить его в бюджет, и потом можете принимать этот налог вычету, или если вы на упрощенке, учитывать в расходах, если у вас упрощенка с расходами. Вот, при этом, опять же, второй раз этому иностранцу НДС платить не придется. Ну, вот мы тоже, когда обсуждаем это письмо, на круглых столах проводим опрос, а кто будет руководствоваться этим письмом, кто уже руководствуется, а кто, ну, как бы не будет выполнять просьбу налоговой инспекции. Ну, и ответы, понятное дело, что разные. На самом деле, на мой взгляд, просьбу ФНС можно выполнить только в том случае, если наш иностранец, иностранная компания согласен, что получит оплату без налога на добавленную стоимость. Поэтому следует внести изменения в договор с этим иностранцем, чтобы он и мы были спокойны. Дело в том, что если мы вдруг, да, захотим удержать НДС у иностранца, то существуют риски, что мы просто не получим электронные услуги. Да? И существуют риски, что мы нарушим договорные отношения. То есть если по договору стоимость электронных услуг 120 евро, а мы перечислим иностранной компании 100 евро, иностранная компания может сказать, а где остальные 20, да, то есть при условиях полной предоплаты мы рискуем не получить услуги, о которых договаривались. Вот поэтому это возможно выполнение просьбы ФНС только с согласия иностранного партнера. Минфин вот буквально в свеженьком письме от 6 июня подтвердил свою прежнюю позицию, да, что нормы налогового кодекса не предусматривают, что покупатели должны и покупатели электронных услуг должны выполнять обязанности налогового агента по НДС, но в то же время считает возможным принять во внимание разъяснение ФНС, да, просьба к покупателям исполнить обязанности налогового агента по налогу на добавленную стоимость. Ну, на мой взгляд, еще раз сказал, да, то есть если вы не будете следовать просьбе, в том числе потому, что иностранец не согласен, то никакой ответственности за это нет, даже если вдруг иностранная компания не станет на учет на сайте ФНС. Да, то есть это ответственность целиком и полностью самой иностранной компании. Вот, но от себя, так сказать, замечу, что вообще-то, конечно, разъяснение ФНС, ну, мягко говоря, противоречит нормам налогового кодекса, и хорошо бы тогда внести изменения в налоговый кодекс, да, и сделать действительно покупателей налоговыми агентами, потому что формально, вот будем говорить, без письма ФНС, да, тут, как говорится, не делай добра, не получишь зла. То есть были прецеденты и было определение Конституционного суда и Верховного суда, которые сказали, что если мы, будем говорить, добровольно исполнили обязанности налогового агента по НДС, то мы не можем принять этот НДС к вычету, потому что если мы не налоговые агенты, то у нас не НДС уплаченный в бюджет в качестве налогового агента. У нас это переплата, а переплату к вычету принять нельзя. Я, конечно, не думаю, что ФНС, да, будет потом у налоговых агентов, которые выполнили просьбу, снимать с вычетов НДС. Да, я не думаю, что это будет. Вот, в любом случае эти действия можно будет оспорить, потому что письмо ФНС, по сути, носит нормативный характер. Но
просто формально, да, письмо, мягко говоря, не соответствует нормам налогового законодательства. Поэтому вот, не знаешь, да, где тебя, к чему привлекут. И я хочу вот сейчас, да, такую небольшую как бы паузу сделать чуть-чуть от НДС. Мы в последнее время, вот уже, наверное, месяц на наших мероприятиях опрашиваем участника. А вот как с вашей точки зрения может ли аудит защитить от налоговых рисков и претензий? То есть вот мне хотелось бы, чтобы участники сегодняшнего мероприятия тоже задумались. То есть аудит защищает от налоговых рисков и претензий. И, как правило, да, ответы мы получаем такие, да, ну, там на какой-то платформе мы можем даже провести голосование, но ответы мы получаем такие, да, способен, то есть многие считают, что аудит, он все, от всех рисков защищает, потому что аудиторы все проверили. А некоторые говорят, нет, не способен, потому что аудит подтверждает только бухгалтерскую отчетность, за налоговую отчетность никакой ответственности не несет. Ну и третий вариант, да, может защитить, если у аудиторов есть расширенная страховка. На самом деле здесь нет вот какого-то, да, наверное, стопроцентного правильного ответа применительно для каждой аудиторской компании, потому что каждый отвечал из своего опыта. Кто-то проводит аудит, кто-то не проводит аудит, кто-то проводит такой аудит, кто-то там с индивидуальным техническим заданием. Ну и я просто хочу сказать, что на самом деле, если вы проводите обычный классический финансовый аудит, то он, конечно, не защищает от налоговых рисков. Почему? Да, то есть заблуждение, что вот если аудиторы у вас были, то все, никаких налоговых рисков нет. При обычном финансовом аудите аудиторы подтверждают достоверность бухгалтерской отчетности, а налоговый учет они проверяют постольку, поскольку ошибки в налогах могут оказать существенные ошибки на бухгалтерскую отчетность. Выборка там значительно меньше, чем при аудите, например, там по специальному заданию, то есть есть, да, существенные ошибки, есть несущественные ошибки, которые аудиторы могут не заметить. И, например, неуплата налогов 6 миллионов рублей для крупной компании может быть несущественной ошибкой, не влияющей на бухгалтерскую отчетность, поэтому аудиторское заключение будет положительным при наличии вот такой, скажем, неуплаты налогов. Вот. А для бухгалтера, которому это в акт проверки могут включить, это будет существенное, да, нарушение. Вот. Но что же делать? Да? Поэтому мы всем советуем проводить, если тем более у вас обязательный аудит, то с максимальной пользой, то есть включать в аудит, в техническое задание проведения аудита вот именно налоговой отчетности, налогового учета. Да? Может быть, какой-то вас беспокоит участок в учете, и вы хотите, чтобы именно ему уделили внимание, там, особенно НДС пусть получше проверят, или там налог на прибыль, декларация, да, в том числе и за какой-то определенный период. И от себя хочу сказать, что наша компания «Правовест Аудит» проводит системно-комплексный аудит со страховкой от налоговых претензий. То есть что это такое? Это аудит, во-первых, несколько этапов. Сейчас очень большой популярностью особенно пользуется, потому что все бухгалтеры хотят, чтобы проверились, провели первый этап аудита как можно быстрее, чтобы посмотрели, как они перешли на новое ФСБУ с 2022 года. Да? Вот. И без проведение поэтапного аудита нас Ингосстрах не страхует, потому что поэтапный аудит снижает риски, то есть сразу исправляются ошибки, не привлекает внимание налоговых органов, то есть штрафовать, да, не за что налогоплательщика получается. И, конечно, это аудит с углубленной проверкой налогового учета. Мы проверяем не только риски, но и также предлагаем налогоплательщику воспользоваться какими-то преференциями, о которых он, возможно, и не знал, именно по налоговому кодексу. Так вот, чем же комплексный аудит защищает от налоговых претензий? Как я уже сказала, мы предоставляем страховку. То есть, если наш клиент следует рекомендациям, да, устраняет налоговые риски, но пришла налоговая и все-таки что-то доначислила по проверенному нами периоду, мы предоставляем юридическую защиту, то есть наши юристы представляют интерес налогоплательщика в налоговой инспекции, и если отбить доначисление не удастся, компания Ингосстрах компенсирует штрафы и пени.
Вот, а некоторые говорят, а у нас тоже есть там аудиторская компания, у них тоже есть страховка. Вот обратите внимание, страховка, страховки рознь. Да? То есть у нас тоже бывают такие, почему вот у вас аудит по такой цене, а в другой компании тоже со страховкой, но по другой. Посмотрите, что страхует. У нас в том числе, да, страхование, риск необнаружения ошибок в налоговом учете, риск доначисления, да, и компенсация штрафов и пени. А обычно, если аудиторские компании страхуют свои риски, то максимальный размер возмещения равен стоимости аудита. У нас максимальный размер возмещения при комплексном аудите от 5 миллионов рублей, можно расширить до 30 миллионов рублей. А когда компания страхует свои риски на стоимость аудиторской проверки, еще надо посмотреть, при каких условиях могут быть выплачены страховые суммы, то, как правило, при обычном стандартном страховании клиенты могут получить страховое возмещение только если по суду закажут, что действительно некачественный аудит привел к убыткам пользователей отчетности, да, может быть, даже не самого налогоплательщика, а пользователей его бухгалтерской отчетности, и страховое возмещение в пределах стоимости аудита. То есть, если за аудит вы заплатили 300 тысяч, а вам там налоговая доначислила, там, условно говоря, 10 миллионов, то вы сможете получить обратно 300 тысяч по страховке, если страховое возмещение в пределах стоимости аудита. То есть возврат денег за аудит. Вот. У нас, да, как я уже сказала, от 5 миллионов рублей страховка при системно-комплексном аудите. Ну и тут же вы мне можете возразить, как бы хорошо так рассказываете, да, а как дело, когда идет до дела, как правило, у страховых компаний всякие есть там, да, крючочки, и ничего не получишь по страховке. Значит, вынуждена признать, что недавно у нас случился страховой случай, да. И сейчас поймете, для чего я вам это рассказываю. Мне это неприятно, хочу сказать, рассказать, но сейчас поймете, для чего. У нас случился страховой случай, то есть наш аудитор не увидел, что компания, обособленное подразделение, то есть обособленное подразделение видел, не обратил внимания, видимо, глаз замылился, что компания платит весь налог на прибыль по месту нахождения головы. Да, без распределения на обособленное подразделение. Но ошибка просто на уровне первого класса. Да? То есть никто, видимо, не думал, что у такой крупной компании со штатом бухгалтерии, никто из сотрудников, да, никого не стукнуло, что надо платить по местонахождению обособленного подразделения. Пришла новый главбух, увидела, да, что это такое, действительно, что это такое, претензии кому? Аудиторской компании, да. Наши юристы тут же включились в процесс, буквально за 2 недели перекинули деньги, то есть в рамках межбюджетного зачета с бюджета Московской области в Москву по местонахождению обособленного подразделения, то есть и запросы, ходатайства писали, то есть всех привлекли. Сделали это за 2 недели вместо, обычно такая процедура 2-3 месяца занимает, потому что должна быть камеральная проверка декларации по голове, чтобы признать переплату. Вот, все это быстро сделали, чтобы сократить в том числе и суммы начисляемых пеней. Вот, и самое, да, для чего я это рассказываю, компания «Госстрах» признала страховой случай без судебного разбирательства, и наш клиент получил возмещение 2 миллиона 800 рублей. То есть, если бы это была другая аудиторская компания с другим договором на аудит, не на системный комплексный аудит со страховкой от налоговых претензий, то да, ошибка аудитора привела бы к убыткам компании на 2 миллиона 800 рублей. А тут компания эти убытки компенсировала, причем без судебного разбирательства. Поэтому я всем искренне рекомендую, да, проводить аудит с максимальной пользой. То есть, если это аудит нашей компании, то системный комплексный аудит со страховкой от налоговых претензий. И перейдя по QR-коду, вы можете буквально за 1 минуту узнать приблизительную стоимость аудита в нашей компании вот по вашим критериям. Ну и если вы будете проводить аудит там в другой компании, то, по крайней мере, посмотрите, какую ответственность несут аудиторы, за что они отвечают в случае, если вот, да, будет какая-то ошибка и налоговые органы доначислят налоги. В том числе, то есть проверяйте ответственность по договору. Ну, возвращаемся к нашему вебинару, да, теперь по налогу на прибыль. Что здесь
на мой взгляд, стоит учесть при представлении отчетности за полугодие, да, при представлении декларации за полугодие. Ну, самое важное изменение – это, конечно, новый порядок учета положительных курсовых разниц 2022 года. И такой порядок продлится до 2024 года включительно. Значит, в чем именно новый порядок, напомню. Значит, ну, будем говорить по общему правилу, да, мы переоцениваем долги, да, требования, обязательства в иностранной, выраженные в иностранной валюте на последний день каждого месяца или на дату платежа. Выводим положительные и отрицательные курсовые разницы, признаем их в доходах или в расходах. То есть так у нас было и в налоговом учете, так у нас и сейчас в бухгалтерском учете. Но с 1 января 2022 года изменения вступили в силу задним числом, то есть они вступили в силу 26 марта, но стали распространяться на правоотношения с 1 января. Даты признания дохода в виде положительной курсовой разницы от переоценки требований и обязательств является день погашения требований и обязательств, то есть, по-простому говоря, день платежа. Да? Поэтому, если при переоценке требований и обязательств у нас возникает положительная курсовая разница, и эта положительная курсовая разница возникает на последний день месяца, да, то мы ее не признаем. Если отрицательная, признаем отрицательные разницы курсовые, так как мы это делали и до 2022 года. Да? Но на дату платежа, на дату погашения требований мы переоцениваем требования и обязательства и признаем уже и положительную или отрицательную курсовую разницу в зависимости от того, что случилось. Ну, давайте приведу, наверное, небольшой пример, ну, вот на пальцах буквально, чтобы было понятно, как можно, ну, то есть как в налоговом учете, на наш взгляд, следует признавать курсовые разницы. Ну, давайте представим, что, ну, во-первых, да, самый популярный вопрос, новые изменения к чему относятся, к каким договорам, да, ответ ко всем договорам, то есть новые изменения, новые правила признания курсовых разниц положительных относятся к тем курсовым разницам, которые могут возникнуть с 1 января 2022 года, при этом неважно, когда у нас возникли требования и обязательства. Ну, вот давайте такой пример. Давайте предположим, мы отгрузили, давайте, оказали услуги 15 декабря иностранной компании, и стоимость наших услуг 100 евро, да? То есть вы определили выручку на 15 декабря, на 31 декабря пересчитали сумму долга, да, мне заплатили, пересчитали сумму долга. Получилась там положительная или отрицательная курсовая разница, мы ее признали на 31 декабря 2021 года. 31 января у нас наступило, да, нам не заплатили. Что мы должны сделать? Мы должны переоценить требования и обязательства. Предположим, курс евро на 31 января по сравнению с курсом на 31 декабря увеличился. Да? То есть у нас возникла положительная курсовая разница, нам уже должны заплатить денег больше, да, как бы. У нас возникла положительная курсовая разница, значит, эту положительную курсовую разницу по новым правилам в налоговом учете мы не признаем. Да? На 28 февраля опять проводим переоценку требования, да, опять увеличился курс иностранной валюты, да, по сравнению с курсом, вот здесь, на мой взгляд, нужно сравнивать с курсом на последнюю переоценку, которую мы учли в целях налогового учета, а это был курс на 31 декабря. То есть мы сравниваем курс в моем примере на 31 декабря с курсом на 28 февраля. Предположим, опять курс, да, вырос, нам денег должны как бы больше, у нас положительная курсовая разница, в налоговом учете у нас никаких доходов нет. И, предположим, на 31 марта курс иностранной валюты снизился, да, и стал меньше, чем курс на 31 декабря 2021 года. У нас возникла отрицательная курсовая разница. Раз отрицательная, мы ее признали в расходах. Предположим, 15 апреля нам заплатили все-таки, да, эти 100 евро. И в этом случае мы уже сравниваем курс на 15 апреля с курсом на ту дату, когда мы в налоговом учете признали
какую-то курсовую разницу. Да? В моем примере это было 31 марта. То есть, и независимо от того, какой теперь, какая у нас теперь возникла разница, положительная или отрицательная, мы ее в любом случае на дату платежа признаем в налоговом учете. Поэтому обращаю ваше внимание, что бухгалтерский и налоговый учет будет различаться. То есть в бухгалтерском учете будут временные разницы, если мы в налоговом учете не признаем положительные курсовые разницы на последний день месяца. Значит, еще раз, на что здесь хотелось обратить внимание. Вот эти изменения, новый порядок учета признания курсовых разниц, он только для налогового учета, то есть в бухгалтерском учете у нас все по-старому. И еще такой момент. Вот эти поправки, новые правила учета, они только для переоценки требований и обязательств. Минфину задали вопрос, а что такое требования и обязательства, что именно мы должны переоценивать, будем говорить, по-новому, да, по каким именно требованиям и обязательствам мы должны признавать положительные курсовые разницы по-новому. Ничего не ответила, как говорится, золотая рыбка, да, хвостиком махнула, отправила нас в гражданский кодекс, но, по нашему мнению, требования и обязательства, если говорить по-простому, это дебиторская и кредиторская задолженность, но в любом случае, по мнению экспертов, поскольку налоговый кодекс разделяет требования и обязательства, выраженные в иностранной валюте, и имущество в виде валютных ценностей, а новые правила распространяются только на переоценку требований и обязательств, то имущество в виде валютных ценностей в налоговом учете переоценивается по старым правилам. То есть, на наш взгляд, деньги на расчетном счете не на депозите, а именно на расчетном счете. И деньги, да, я имею в виду валюта иностранная, там в кассе предприятия должна переоцениваться точно так же, как мы это делали и до 2022 года, с учетом положительных и отрицательных курсовых разниц, в том числе на последний день месяца. Вот. И также Минфин разъясняет, некоторые налогоплательщики, видимо, задали вопрос: Минфин, можно мы не будем вот это вот, да, новые правила применять, признаем все положительные курсовые разницы, как в бухгалтерском учете мы это делаем, вот можно мы это не будем делать? Минфин сказал: нет, нельзя это не делать, то есть это не право, да, налогоплательщика, такой порядок учета, он установлен налоговым кодексом, и он обязателен. То есть дата признания дохода в виде положительной курсовой разницы только, да, с этого года дата платежа, будет говорить. Вот, поэтому это я к чему. Мы сейчас отчетности обсуждаем за полугодие. Поэтому, если вы не знали о том, что не нужно признавать положительные курсовые разницы в целях налогового учета именно на последний день месяца, да, а не на дату платежа, то в этом случае возникает вопрос, надо ли представлять уточненную декларацию за первый квартал. Вот. Значит, напомню, что мы обязаны представлять уточненные декларации только в том случае, если ошибки привели к неуплате налога. В данном случае ваша ошибка привела к излишней уплате авансовых платежей, поэтому вы можете ничего не делать, уточненку за первый квартал не представлять. Вы просто пересчитываете так, как нужно было сделать в налоговом учете, и представляете правильную декларацию по итогам полугодия. Налог на прибыль считается у нас нарастающим итогом, поэтому при пересчете, да, у вас декларация по налогу на прибыль за полугодие будет заполнена верно. Вот, поэтому, ну, вот на это тоже хотелось обратить внимание. Что у нас еще интересного? Опять же, если у вас есть долговые обязательства перед взаимозависимыми иностранными лицами, то вы помните, что проценты по долговым обязательствам нормируются, и все, что свыше норматива, считается дивидендами для этих иностранцев, и у вас в расходах по налогу на прибыль не учитывается. Так вот, хочу напомнить, на 22-23 года установили специальные правила расчета величины контролируемой задолженности и величины собственного капитала по тем долговым обязательствам, которые возникли до 1 марта 2022 года. То есть величина контролируемой задолженности, выраженной в иностранной валюте, рассчитывается по курсу на последний день отчетного периода, но курс не должен превышать курс на 1 февраля 2022 года, то есть сейчас у нас курс валюты ниже,
по-моему, да, чем на 1 февраля. Поэтому, например, при расчете величины контролируемой задолженности на 30 июня, вы возьмете курс на 30 июня, наверное, да, он не будет больше, чем на 1 февраля. А величину собственного капитала вы рассчитываете без учета соответствующих положительных отрицательных курсовых разниц, которые возникли с 1 февраля 2022 года. Вот. Ну и еще такое изменение, которое тоже вызывает массу вопросов. Опять же, можно сказать, с 1 марта задним числом у нас перечень доходов, не облагаемых налогом на прибыль, стал больше. В него включили суммы прощенных долгов по займам и кредитам, если договоры займа и кредита, да, были заключены до 1 марта 2022 года, и такую задолженность прощает нам иностранная организация или иностранный гражданин. Да? То есть, если нам иностранная компания или иностранец прощает долг по займу и кредиту, и договор такой был заключен до 1 марта 2022 года, то никакого облагаемого дохода у нас от прощения этого долга не возникает. Также, если нам иностранцы, будем говорить, прощают долги по займам и кредитам, которые они приобрели до 1 марта 2022 года, у нас тоже дохода не возникает. А значит, вот что касается долгов, да, которые они приобрели до 1 марта. Я так понимаю, что у нас, например, мог быть договор займа, ну, например, с российской компанией, да, и до 1 марта иностранная компания приобрела право требования долга по этому договору у российской компании. И теперь нам это право требования, да, простите, требования, да, прощает. Вот в этом случае у нас тоже налогооблагаемого дохода не будет. Какие здесь самые популярные вопросы от налогоплательщиков? Да, вопрос первый. Касается ли эта норма только тела займа, да, или суммы начисленных процентов? ФНС на этот вопрос ответила еще в письме 26 апреля. Говорит, да, это касается всех долгов по займам и кредитам, в том числе суммы начисленных, но не выплаченных процентов. И второй популярный вопрос. Налогоплательщики спрашивают, а если нам долг по займу простило взаимозависимое иностранное лицо, причем простило долг по займу и сам займ, и суммы начисленных, но не выплаченных процентов, которые у нас в расходы не включались, потому что не укладывались в норматив по статье 269. И для иностранной компании, если бы мы выплачивали эти проценты, считались бы дивидендами. Да? То есть возникает вопрос, не будет ли считаться, что при прощении долга по займу, по процентам по займу и у иностранной компании или у иностранного лица возникает доход, с которым мы должны удержать налоги у источника выплаты. ФНС всех успокоила, сказала, нет, не возникает, это не будет считаться, да, выплаченными дивидендами. Ну вот, как правило, такие вопросы задают. Ну и также в статью 250 Налогового кодекса тоже внесли изменения. 250 статья говорит о том, что при списании кредиторской задолженности по любому основанию у нас возникает нереализованный доход. И вот из этого правила сделали еще одно исключение, то есть при списании задолженности по договору займа, кредита, потому что нам его прощает иностранное лицо, да, у нас не возникает дохода в виде кредиторской задолженности. Вот, я хочу сказать, что это еще раз укрепляет позицию Минфина о том, что если нам долги по займам или кредитам прощают наши, например, российские участники, даже если их доля в уставном капитале составляет не менее 50%, то есть у нас норма в статье 251 о подарках от участников с долей не менее 50%, то она не работает. Потому что при прощении долгов, по мнению Минфина, я, кстати, с ним согласна, переговорив с юристами, да, изучив судебную практику, компания не получает ни имущества, ни имущественных прав. Поэтому вот эта норма о подарках не работает. То есть если нам прощают долг по займу кредиту, например, наши участники, российские компании, да, или российские физические лица, и даже если они совсем не участники, вот, или нам прощают долг по займам и кредитам иностранные лица, но договор был заключен уже после 1 марта 2022 года, у нас возникает внереализационный доход, в который мы должны включить и тело займа, и сумму начисленных
процентов. Вот иную позицию, я имею в виду в отношении тела займа, если долг прощает нам участник с долей не менее 50%, придется оставить в судебном порядке. Ну и еще один вопрос по налогу на прибыль. С 22 года организации могут изменить порядок уплаты авансовых платежей, перейти с ежемесячных авансовых платежей, которые уплачиваются в течение квартала, на уплату авансовых платежей по фактической прибыли. Ну, на мой взгляд, эти изменения касаются тех компаний, у которых средние доходы от реализации за квартал превышают 15 миллионов рублей, потому что в противном случае вы не должны, да, уплачивать ежемесячные авансовые платежи в течение квартала вообще, поэтому вот эти изменения для вас не актуальны. Так вот, если вы хотите перейти на уплату авансовых платежей по фактически полученной прибыли, то до конца 2022 года это можно сделать в любой момент, написав соответствующее заявление в налоговую инспекцию. Форма заявления была утверждена еще в 2020 году, в период коронакризиса, когда были аналогичные поправки. Внести изменения в учетную политику и, пожалуйста, да, переходите. Но ближайший момент перехода можно сделать по итогам 7 месяцев, представив заявление в налоговую не позднее 20 июля. На мой взгляд, если стоило переходить на уплату авансовых платежей по факту, то, скорее всего, это стоило делать уже по итогам первого квартала, именно когда было видно, что во втором квартале, да, у многих прибыли не будет, не прирастет прибыль. Теперь же по итогам, будем говорить, 7 месяцев, да, имеет смысл перейти на уплату авансовых платежей по факту, если у вас во втором квартале, будем говорить, прибыль была, что-то приросло, да, все было, можно сказать, хорошо, а в третьем квартале вы прогнозируете, что прибыль не прирастет, может быть, вообще даже, да, уйдете в убытки. И поэтому, чтобы не уплачивать ежемесячные авансовые платежи в третьем квартале, имеет смысл перейти на уплату авансовых платежей по факту. Вот если перейдете по итогам июля, да, то вы, вам не нужно будет платить авансовый платеж по сроку 28 июля, да, за июль вам нужно будет заплатить по сроку 28 августа, соответственно. Если прибыли не прирастет, то ничего платить не придется. С другой стороны, бухгалтеры не очень охотно переходят на уплату авансовых платежей по факту, потому что декларации по прибыли придется представлять тогда каждый квартал, да, каждый месяц, а не каждый квартал. Вот. Но, безусловно, каждый решает для себя самостоятельно. В принципе, все, что я хотела рассказать об отчетности, да, вот я рассказала. Тут же хочу пригласить вас на наши круглые столы. Вы сейчас видите на экране ближайшие наши круглые столы. Мы на них имеем возможность отвечать на вопросы. И вы даже можете выйти в эфир, уточнить ваш вопрос. Потому что практика показывает, когда пишут, что-то одно подразумевается, да, по крайней мере, спикер может не понять. А когда уже вживую общаемся, там можете и с видео выйти, или только с аудио, да, и уточнить ваш вопрос, то есть это уже совершенно другое общение, как раньше на семинарах, да, мы общались. Вот, и там больше практических примеров, конечно, потому что время больше выделено на круглые столы, и мы больше разбираем практических примеров, и довольно часто спикеры предоставляют образцы документов, да, там, например, если у нас есть круглые столы по ФСБУ, то там электронные таблицы переходные, справки бухгалтера в качестве образца предоставляются. То есть много-много всего интересного. Ну, ближайшие у нас круглые столы – это финанализ для нефинансистов. Здесь можете пригласить, там, я не знаю, руководителя или собственника, который хочет разобраться, а что ему дает бухгалтерская отчетность, что туда нужно добавить из управленческого учета. Бухгалтера по зарплате можете пригласить на круглые столы по командировкам, расчет с подотчетными лицами, то есть там все нюансы, будем командировок изучать. И сразу анонсирую круглый стол следующего нашего спикера, Натальи Натальюк. Она будет 20 июля рассказывать, что делать, если налоговая предлагает уточниться и доплатить из-за неблагонадежного контрагента. Такая ситуация, наверное, у каждой компании хоть раз случалась, да, что какой-то контрагент нам попадался не тот. Ну и самое главное, так у нас круглые столы стоят 2900, вы получаете и видеозапись, и конспект, соответственно, круглого стола, и материалы, презентацию спикеров, но для друзей FinTech Stop
и наших подписчиков первое участие в круглом столе бесплатно. То есть вы можете и по QR-коду перейти, или просто зайдя на наш сайт в раздел мероприятия, записаться на любой круглый стол, и когда вам менеджер позвонит и спросит, почему не оплатили, да, вы скажете, что я друг FintechStop, да, или я подписался на ваши рассылки, и первый круглый стол мне обещали бесплатный. Мы вас с удовольствием, да, запишем, дадим вам, соответственно, пароль для входа на круглый стол. Или вы сразу можете позвонить по телефону или написать по электронной почте вот здесь ниже, да, на слайде, и у вас эти слайды будут, чтобы вас сразу, да, бесплатно записали на первый круглый стол. Вот. А также вы можете подписаться на наш телеграм-канал, где мы бесплатно отвечаем на вопросы. Ну, конечно, как это в телеграм-канале, можно отвечать только на простые вопросы сразу, да, предупрежу. Там мы не рассматриваем договоры, как вы понимаете, но он пользуется тоже очень популярностью среди наших клиентов. Так, сейчас я смотрю, что у нас с вопросами. Так. Быстренько отвечу. Так, если стоимость завтрака и без завтрака, то это включено в цену или нет? Ну, Николай, это вопрос по гостиницам, я так понимаю. На мой взгляд, включено в цену. То есть вот вы тогда просто делаете два прайса. То есть вы же не выделяете, вы, ну, условно говоря, у вас цена номера 3000, да, без питания. 3500 с завтраком, там 4000, условно говоря, завтрак, обед, там HB, я не помню, как они там, да, все типы питания. Вот, поэтому если у вас, вот, грубо говоря, в прайсе, да, с различными условиями цена номера без питания, цена номера с завтраком такая-то, да, с таким-то питанием такая-то и так далее, то, на мой взгляд, это единая цена номера. Да? А если вы пишете, что цена номера 3000, в том числе 500 рублей завтра, то тогда 2500 у вас по ставке 0, а 500 рублей завтрак, да, соответственно, будет НДС 20%. Вот. Поэтому вот, я считаю, что если у вас две цены именно, да, то это единая цена. Но еще раз повторюсь, Николай, никаких официальных разъяснений от Минфина, да, по поводу налогообложения единой цены номера не поступало. Вот, поэтому я выразила свою позицию, да, эксперта, и я смотрю, другие эксперты эту позицию поддерживают, но я не могу гарантировать, что у Минфина будет аналогичная точка зрения. Так, а если оказывающая услуги сторона не согласна? Так, сейчас я пошире сделаю, чтобы все видели. Вот. Если не согласна получать на 20% меньше, и дальше не продолжит оказывать услуги. Илья, я как раз об этом говорил. То есть, я так понимаю, ваш вопрос относится к электронным услугам иностранных компаний. Значит, ну, если иностранная сторона не согласна, что получит на 20% меньше, вы проводите платеж так, как это делали всегда. И вам, по большому счету, не важно, есть у нее проблемы с зачислением налогов в наш российский бюджет или, да, нет. То есть вы платите, условно говоря, 120 евро. Да? Понятно, что если страна не согласится на 100 евро, то вы не получите услуги. Да? И вот именно об этом я и говорила. Поэтому вы можете пойти навстречу налоговой, исполнить обязанность налогового агента, только если ваш иностранец будет согласен получить на 20% меньше. Если не согласен, оплачивайте, как и раньше. Все. Ничего в законодательстве не изменилось. Посмотрите письмо Минфина. То есть он на самом деле не настаивает, чтобы все, да, исполняли обязанности налогового агента. Это дело добровольное. Касательно НДС по электронным услугам от иностранной компании. Иностранной компании практически каждая вторая не встает на учет в России. И не должны ли мы, россияне, платить как агент в этом случае? Иностранец никаким образом не соглашается на удержание у него НДС. И да, в моем случае мы услуги не смогли получить от белорусов. Ну, значит, Ольга, по электронным услугам, если не соглашается, вот даже у меня, посмотрите, в материалах есть письмо Минфина, я его показывала, там, правда, от 2018 года, ну, можно и более, наверное, свежие найти письма, где Минфин сказал, что никаких проблем, да, у нас именно к нам претензий как к налоговым агентам не будет. То есть независимо от того, стала на учет иностранная компания на сайте ФНС или нет, мы не налоговые агенты, к нам претензий нет. Другое дело, что раз на учет не встала,
то вы, получается, перечисляете ему деньги без налога на добавленную стоимость, вы не можете принять никакой НДС с тех сумм, которые перечислили этой иностранной компании, потому что для вычета НДС у него должен быть ННН, наш российский, да, с сайтов НС будем говорить, и сумма НДС должна быть выделена отдельной строкой. То есть здесь вы что, только НДС, да, не принимаете к вычету. Перечислили 100 евро, все 100 евро у вас в расходах, вы не налоговые агенты. А по поводу белорусов, на самом деле, надо разобраться, какие именно электронные услуги они вам оказывают, белорусские компании. То есть я не исключаю, что на самом деле это не электронные услуги или местом реализации их не является территория России. Дело в том, что первое, да, что мы должны посмотреть, место реализации услуг, которые нам оказывают белорусы, я не исключаю, что местом реализации этих услуг является территория Беларуси. Посмотрите приложение 18 к договору о Евразийском экономическом союзе. Да? То есть, по сути, если вам белорусы оказывают рекламные услуги в интернет, то да, это будут электронные рекламные услуги. Если вам белорусы предоставляют права на программы интернет через интернет, да, на программу ЭВМ права предоставляют доступ, то это будут, да, электронные услуги, местом реализации будет Россия. А если, например, белорусы поддерживают просто ваш сайт в рабочем состоянии, то по соглашению место реализации не территория Российской Федерации, место реализации территории Беларуси. Вы здесь не налоговые агенты, белорусы вам предъявят свой белорусский НДС. То есть белорусами прежде всего надо разобраться, что за услуги они вам оказывают, которые вы считаете электронными, и место их реализации. И только в том случае, если место реализации услуг оказываемых белорусской компании «Территория России», вы открываете статью про электронные услуги 174.2, да, смотрите первый пункт и смотрите те услуги, которые белорусы вам оказывают, относятся к электронным услугам. Если относятся, вы не налоговые агенты, белорусы должны с вами стать на учет, не хотят, не надо, да, то есть это не ваши проблемы. А если к электронным услугам услуги, оказываем белорусской компании, не относятся, значит, вы налоговые агенты. Но тогда, если вы действительно налоговые агенты, а белорусы не хотят получить на 20% меньше, то Минфин пишет, да, увеличьте стоимость белорусских услуг или других услуг на 20% НДС, то есть написано, хотят 100 рублей получить за свои услуги, значит, вы считаете, что услуги их стоят 120, 20 в бюджет, перечисляете 100 рублей белорусам. То есть здесь нужно, Ольга, разбираться и смотреть ваш договор на самом деле. Так, кто-то тут возмущается, но ведь с 1 октября в 2021 году в этом вопросе произошли изменения. Россияне, независимо от постановки на учет иностранцев, стали налоговыми агентами. Это изменение относится к электронным услугам? Совершенно верно, не относится это к электронным услугам. С 1 октября 2021 года, я не думала, что мы так бурно будем обсуждать обязанности налоговых агентов, с 1 октября 2021 года произошли изменения, будем говорить, для тех налоговых агентов, которые приобретают товар, работу, услуги у иностранных партнеров. Значит, мы стали налоговыми агентами в том случае, если не только наши иностранцы не стоят на учете в налоговой инспекции, но и в том случае, если стоят на учете, но только потому, что у них есть расчетный счет в России, недвижимость, да, или транспортные средства, или если мы заключаем договор напрямую с иностранной компанией, а у нее есть здесь представительство на территории России, которое в нашем договоре никакого участия не принимает. Но если вы откроете статью 161, никаких изменений по электронным услугам там не произошло. Там по-прежнему написано «за исключением случаев», да, предусмотренных статьей 174.2, то есть по электронным услугам. Поэтому по электронным услугам с 1 октября 2021 года ничего не поменялось. Вот. Ну и последний вопрос. Курсовые разницы нужно начислять на уже оплаченные поставки контрагенту, если он не поставил товар на конец месяца. Так, Екатерина, стоп, вопрос, значит, ну, спасибо за вопрос, и, честно говоря, надо было уточнить, но я думала, что все и так знают, да, то есть если у нас авансы мы не переоцениваем, по авансам у нас нет курсовых разниц ни в налоговом, ни в бухгалтерском учете, то есть авансы выданы и полученные не переоцениваются, поэтому у вас курсовых разниц по выданным авансам, да, не возникает.
Вот, то есть если он не поставил товар на конец месяца, аванс вы не переоцениваете, да, в иностранной валюте. А если у нас на расчетном счете, то не нужно. Вот, и вот деньги на расчетном счете как раз на последний день каждого месяца вы переоцениваете. Я имею в виду валюту на расчетном счете на последний день каждого месяца вы переоцениваете. А валютные авансы, авансы выданные и авансы полученные не переоцениваются. Это прямо написано и в налоговом кодексе, и в соответствующем ПБУ. Так, вроде все вопросы я ответила, да, так, остановлю демонстрацию экрана. Всем большое спасибо за вопросы, жду вас на наших круглых столах и, наверное, передаю слово сразу своей коллеге Наталье Наталюк, да. Наталья – наш ведущий налоговый юрист, советник налоговой службы РФ второго ранга. Скажу вам по секрету, Наталья возглавляла юридический отдел налоговой инспекции, и теперь она, будем говорить, по другую сторону баррикады, помогает налогоплательщикам, представляет интерес налогоплательщиков и в налоговых органах, и в суде. Вот, вам слово, Наталья, передаю, пожалуйста. Виктория, спасибо большое за представление, спасибо за информацию. Я уверена, что она была очень полезна для наших участников. Ну что ж, а мы с вами будем переключаться уже на тему налогового контроля. Подгружу свою презентацию. Если ее не видно, пожалуйста, отреагируйте, все ли хорошо. Так. Вот. Ну, что касается налогового контроля, то здесь, конечно, много чего интересного у нас происходит. Так вот, тема сегодняшнего разговора, как не попасть в статистику налоговых доначислений, немножко как раз этой статистики. Ну, в первую очередь, смотрите, конечно, количество выездных налоговых проверок все-таки продолжает увеличиваться, суммы доначислений тоже растут, исходя из официальной статистики налоговых органов. И, конечно же, растет доля добровольной уплаты налогов налогоплательщиков вне рамок проверок именно по контрольно-аналитической работе. То есть когда приглашают чаще всего руководителей компании на разговор в инспекцию и просят пояснить те или иные обстоятельства: налоговая нагрузка, уровень заработной платы, рентабельности, почему ты работаешь с проблемным контрагентом, именно истории, связанные с неуплатой контрагентами НДС. Ну, по статистике, по доначислениям, смотрите, что касается сумм официальных, тоже у нас год от года все-таки доначисления на одну выездную налоговую проверку растут. Вот за прошлый год в России средний чек по проверке на одну организацию составил 54,4 миллиона рублей, по Москве 66. За первый квартал 2022 года аппетиты уже выросли по России. Средняя сумма доначислений по выездной проверке организации составила уже 70 миллионов рублей, а по Москве 74. И когда вызывают нас на разговор, естественно, сначала проводится анализ соответствующий, да, то есть кого пригласить, из-за каких кривых параметров, которые не понравятся автоматизированным системам, в первую очередь налоговых органов. Ну и дальше уже включается человеческий фактор, когда непосредственно сами налоговые инспектора оценивают, кого лучше проверить. Ну, в частности, что касается НДСной истории, неуплаты НДС, я думаю, что вы слышали, действует еще и бальная система, поиск выгодоприобретателей этой системы, схемы, связанные с неуплатой НДС, и чем больше баллов набирает компания, вот все основные показатели вы сейчас видите на экране, можете в свободное время поэкспериментировать, посчитать, вот, и чем больше баллов, тем больше шансов, что налоговый инспектор сочтет, что перед ним компания выгодоприобретатель, и, наверное, нужно провести более глубокий анализ и выяснить, действительно, нет ли каких-то связей с техническими контрагентами, умыслов, связанных с неуплатой налогов и прочие моменты. Сразу хочу оговориться, не переживайте, если вы наберете много баллов, а много именно более 50 и более баллов, это вовсе не значит, что вы истинный выгодоприобретатель какой-то налоговой схемы, связанной с техническими компаниями. Нет. Помимо этой бальной системы, конечно, используется еще и много других очень важных критериев, которые учитываются, которые должен отработать налоговый инспектор, в том числе путем беседы, разговора, запроса информации, документов, в том числе самого налогоплательщика, и только потом он делает соответствующий вывод.
Причем очень активные вот эти вот направления уведомлений, приглашения на разговор налоговой инспекции засыпали нас с вами требования представления документов, информации неспроста. Мы и так с вами очень много их всегда получали, но вот этот шквал особенно захлестнул после где-то, наверное, марта-апреля текущего года, потому что есть соответствующие письма ДСП, Федеральной налоговой службы, о том, что трендом 2022 года будет как раз именно вот уточнение, понуждение налогоплательщиков, наверное, так сказала, понуждение налогоплательщиков в добровольной уплате, когда есть разрывы в цепочке по НДС, поиск выгоды приобретателя, и, конечно, одним из инструментов работы здесь является разговор с этим налогоплательщиком и, естественно, требовать у него соответствующие документы, информации, что, соответственно, успешно налоговые инспектора и делали. То есть направляли требования, приглашают на разговор. И вот совсем недавно было очередное письмо ДСП Федеральной налоговой службы, которое сказало, что налогоплательщики очень недовольны и жалуются необоснованным направлением требований, направление уведомлений, приглашают на разговор налоговой инспекции, причем не пишут конкретно, с чем связан соответствующий разговор, нет возможности заранее подготовиться, очень часто вызывает и прочие жалобы. Поэтому погрозили немножко территориальным налоговым инспекциям и сказали, что нужно работать аккуратно, просто так налогоплательщиков не тревожит. Поэтому будем с вами надеяться, что все-таки история как-то выправится по визитам налоговой инспекции и по требованиям. Но, как говорится, поживем, увидим, как это у нас с вами будет. Что касается такого важного момента вообще взаимоотношений с налоговым органом, правильно нужно выстраивать уже с момента, например, вызова руководителя на разговор налоговую инспекцию, когда мы с вами получаем требования. Потому что, например, в части требований надо представлять лишние документы. Не хватает времени очень часто для подготовки документов. Начинается отправление все, что есть, с ошибками. Ну и чем больше представим, тем больше возможностей налогового органа получить какой-то, возможно, ненужный для нас информации, и поэтому, конечно же, есть и следы незаконного истребования документов. Все это нужно пресекать. Давайте по порядку. Первое, что касается приглашения в налоговую инспекцию на разговор, это известные 12 критериев ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском, утвержденных приказом ФНС 30 мая 2007 года. И вот из этих 12 критерий самой такой популярностью пользуется, конечно, отклонение по налоговой нагрузке, по рентабельности, по уровню средней заработной платы, когда происходит поиск конвертных схем, да, этих серых, и, естественно, взаимоотношения с проблемными контрагентами. Вот эти вот моменты, 4 момента, они особо отслеживаются. Ну, что касается налоговой нагрузки, здесь достаточно просто. Информация есть на сайте налоговой службы, калькулятор налоговой нагрузки. Очень сильно вам рекомендую заходить периодически и просчитывать, потому что автоматизированные системы, они как раз отслеживают в том числе и по этому показателю. Чтобы не получать приглашение в налоговую инспекцию, пояснять, почему есть соответствующее отклонение, конечно, нужно все это заранее предупредить, наверное, и посмотреть соответствие налоговой нагрузки компании с соответствующими среднеотраслевыми показателями, как рассчитывается налоговая нагрузка. Вот тоже есть соответствующие формулы, чтобы себя посмотреть, уплаченные налоги, соотношение с выручкой нужно 100%. И если отклонение от среднеотраслевого показателя более чем на 10% от среднеотраслевого, ну, конечно, здесь риск уже возрастает. Что касается зарплатных вопросов, ну, вообще очень часто с коллегами, особенно в 2022 году, стали получать информацию от своих доверителей о том, что действительно очень много требует представлять пояснения по расхождению по уровню заработной платы. Отклонение от МРОТ – это первый момент, а второй момент – это отклонение от среднеотраслевых показателей. Ну, в части, что касается МРОТ, здесь, ну, в первую очередь, конечно, еще есть факт нарушения трудового законодательства. А что касается среднеотраслевых показателей, здесь хотя и напрямую нет нарушения норм действующего законодательства, тем не менее, конечно же, интерес у налогового органа всегда он будет.
почему ты платишь меньше, чем аналогичный налогоплательщик, который занимается той же деятельностью и, в принципе, в том же самом регионе. Конечно, эти вопросы, они ожидаемы, и всегда нужно отвечать в любом случае на запросы налоговых органов, на приглашения, обязательно нужно ходить, как бы это неприятно не было. В любом случае, поход в налоговую инспекцию, он может принести вам в том числе и пользу. По крайней мере, вы узнаете позицию налоговых органов, как они видят вашу компанию конкретно, да, и дать соответствующие пояснения, возразить, представить свою точку зрения, да, и это, конечно, имеет большое значение, потому что отмалчивание, играние, игры вот такие в молчанку, они к хорошему не приводят, потому что налоговые органы могут прийти к мнению о том, что, наверное, нужно глубже покопать деятельность вот этой компании, возможно, что-то есть, что-то скрывает эта компания, поэтому, конечно же, вот это не приведет к хорошему, как говорится. Так вот, по поводу зарплаты, здесь как раз можно посмотреть, что в первую очередь у нас вот ну, тоже такая тенденция, запросы о пояснениях по отклонению по уровню заработной платы это в рамках генеральной налоговой проверки в большей своей степени, когда проверяют отчеты по 6 НДФЛ, по страховым взносам, и как раз выявляют соответствующие расхождения, разночтения. Вот, и здесь нужно понимать, что это автоматически по большому счету происходит, сравнивать эти показатели, контрольные соотношения. Как раз вот сейчас есть перед вами слайд, письмо ПНС от 7 февраля 2020 года. Эти контрольные соотношения, форма отчетности, они в автоматизированные системы внедрены, и просто идет соответствующая состыковка, и у налоговых органов, если они видят, что есть ряд отклонений, возникает вопрос о том, что, возможно, есть факты занижения налоговой базы по налогам добавленности, по НДФЛ, извините, и страховым взносам. И здесь, конечно, нам нужно давать свои пояснения. Отклонение, например, бывает так, что нет отклонений по уровню от МРОТ, но среднеотраслевых показателей тоже соответствующие пояснения нужно давать. Бывают такие моменты, когда налоговый орган не поясняет о том, что действительно какие цифры, какие отклонения есть, по каким конкретно работникам. Нужно просить, чтобы уточнили, то есть по каким работникам не нравится отклонение по заработной плате, чтобы предметно могли ответить налоговому органу, посмотреть, возможно, что у нас заработная плата меньше, потому что не на полную ставку работает работник соответствующий, да, на 1/2, и мы должны дать соответствующее пояснение. Иногда бывают случаи, когда действительно по объективным основаниям нет возможности соответствовать среднеотраслевому показателю. Об этом тоже нужно писать, если есть тяжелым финансовым положением, какие-то санкции, то, что планировали сначала, что будут одни обороты, на самом деле оказались гораздо меньше, то есть меньше стал покупателей, покупательская способность, соответствующие поставки, количество тоже сократилось, в том числе связанные с санкциями от иностранных государств, прочие моменты. И дальше пояснить, что да, мы будем стараться выравниваться, мы сами хотели бы больше получить прибыли и платить больше заработную плату, будем стараться выравниваться. То есть в таком духе в любом случае нужно всегда реагировать, писать, отвечать, приходить в инспекцию, давать свои пояснения. Вот сейчас вы как раз видите на экране такой вот судебный кейс, когда у компании попросили представить информацию, причину, объясняющую причины убытка. И компания просто в двух словах написала ответ о том, что вот убыток связан с сезонностью, работой, цикличностью, которая характерна для нашей отрасли. Налоговый орган посчитал, что это как-то, извините, такое вот пространное рассуждение, нет такого документально подтвержденного на цифрах, рассчитанные, да, вот эти вот суммы, что привело как раз к убытку компании. Мы отправили еще раз требования и получили ровно тот же текст, что и в первый раз. Ну, естественно, рассердились, наказали штрафом, в данном случае 10 тысяч рублей за рецидив, как говорится. И суды посчитали, что это абсолютно законно, что налогоплательщик все-таки пространное объяснение не может давать по запросу налоговых органов. В данном случае, например, если в декларации заявлен убыток, то нужно представить документы, конкретные сведения, данные, раскрывающие причины возникновения убытка в соответствующем размере, в котором он был заявлен в декларации. То есть у нас еще и суды предупреждают о том, что формально все-таки подходить не нужно, нужно действительно отвечая на запросы налоговых органов, давая соответствующие пояснения, аргументированные с документами, с цифрами, вот эти расчеты все-таки
представлять, что соответствующее мы делаем, представляем какие-то документы, если это необходимо, считаем это нужно. И поверьте, все-таки действительно налоговые инспекторы не проникаются и видят, что налогоплательщик ничего не скрывает, он идет на контакт, поясняет, и пояснения все вразумительные. Вот. Причины убытка как раз тоже у вас в презентации будут, их действительно очень много, у каждого свои, о чем я говорила ранее по зарплате, например, сокращение объема производства, соответствующие документы, факт расчета, отчета динамики объема производства или продаж желательно представить, торговые организации, например, ресторанные компании, которые используют производство импортной составляющей, указать на санкции, представить соответствующие документы о том, что нужно было менять там логистические какие-то цепочки, налаживать новые контакты с поставщиками и прочее, там падение курса рубля, сокращение объема закупок и прочие, прочие моменты, действительно, это как раз нужно все еще и документально обосновывать. Что касается у нас таких вот уведомлений, когда мы получаем с вами уведомление, то есть приглашение в налоговую инспекцию, у нас как раз налоговые органы в лице Федеральной налоговой службы указали территориальным инспекторам о том, что это уведомление должно быть составлено в конце концов грамотно, а именно с данного уведомления налогоплательщик должен понимать основание вызова, в связи с чем его вызывают. Потому что на практике мы сталкиваемся с такими случаями очень часто, когда получает налогоплательщик уведомление о том, что явиться необходимо в налоговые органы в назначенный час и день для представление, допустим, пояснений по каким-то контрагентам, по каким конкретно налоговый орган все-таки должен указать, какие контрагенты не понравились, чтобы была возможность подготовиться предметно уже на заседание рабочей группы с налоговой инспекцией все это обсудить. Иногда просто пишет для побуждения, сразу же вот прям в истории из жизни, для побуждения добровольной уплаты налогов в бюджет, тоже вообще непонятно, исходя из чего, почему меня будут побуждать. Конечно, уже нужно реагировать на такие запросы. Здесь различные варианты. Можно в уведомлении посмотреть контактный номер телефона исполнителя налогового органа, позвонить, уточнить, о чем конкретно мы будем говорить. Хотелось бы более предметно знать, чтобы подготовиться. Вот. Либо письменно написать о том, что просим четко указать основание вызова, и как раз можно сослаться вот на это письмо от 2 декабря 2021 года, где как раз это непосредственно распоряжение некое, да, вышестоящего налогового органа к своим территориальным, как они должны все-таки грамотно писать соответствующее уведомление. Что касается примеров, ну вот смотрите, такое вот уведомление о вызове в налоговый орган. Вот здесь мы видим, что основание, это 31-я статья, мы понимаем, что нас приглашают на разговор в инспекцию. И как раз указывается по вопросу финансово-хозяйственной деятельности конкретного общества, допустим, там какой-то контрагент, НН, то есть здесь возможно как раз идентифицировать того контрагента, который не понравился налоговому органу, и, конечно же, у меня есть возможность посмотреть, задавать вопросы своим работникам, сотрудникам, а что у нас с этим контрагентом, а как мы заключали договор, есть ли у нас соответствующие документы, проявляющие должную степень осмотрительности и осторожности при выборе контрагента, для того, чтобы нужно было уже предметно разговаривать с налоговыми инспекторами и более уверенно себя чувствовать, то есть понимать, как выстраивать линию защиты. Ну, вообще, при разговоре я вам рекомендую сразу не озвучивать какое-то решение, не говорить, что я ничего платить не буду и прочее, прочее. Или наоборот, я все заплачу, потому что при разговоре надо понимать, что бывают еще и факты психологического воздействия в виде того, что если вы сейчас не уточнитесь из-за своего контрагента, а вот удрело связи, разрывы по НДС, буду тыкать пальчиком в компьютер экрана, да, вот, иначе мы придем к вам с выездной налоговой проверкой. Вот это как раз самый волшебный вот этот момент. Придем с выездной, найдем еще гораздо больше, заплати вот то, что мы сейчас тебя просим. На самом деле, конечно же, нужно понимать, какие у нас есть в реальности возможности по защите своей позиции, если действительно и товар у нас поставлен соответствующим контрагентом, и мы проявляли коммерческую осмотрительность, и не могли допустить, что это вообще какая-то проблемная компания, которая не платит НДС, бюджет и прочие-прочие моменты, тогда мы с вами для себя делаем заметочку о том, что да, мы все-таки будем бороться до конца, отстаивать свои права и интересы. И уже в ответе на протокол заседания рабочей группы мы уже будем высказывать, вот раскрывать все свои, как говорится, карты, все тузы, говорить о том, что
нет основания считать то, что мой контрагент, допустим, техническая компания, это не доказано налоговым органом, нет основания побуждать меня доплатить за него какие-то суммы, то есть отказаться от вычетов либо возмещения НДС. Вот такое вот уведомление. Вот как раз пример, один из примеров такого ответа налогоплательщика, такой усеченный вариант. Более подробно мы на круглых столах рассматриваем, как грамотно отвечать на те или иные запросы налоговых органов. Здесь суть в чем? В том, что руководитель пришел на заседание рабочей группы, послушал, что есть какие-то претензии в отношении его контрагента ООО «Кактус», он говорит: будь любезен, пожалуйста, подай уточненку, заплати НДС, иначе мы к тебе придем с выездной, ибо это техническая компания, а с выездной, сам понимаешь, еще до других контрагентов руки дойдут. И мы с вами поясняем, даем ответ, выстраиваем свою линию защиты и говорим, что вот вы нас пытались упугать в двух словах, да, о том, что якобы нужно доплатить, однако мы не считаем это необходимым. Почему? Потому что есть волшебное письмо конвенции 10 марта 2021 года, которое как раз посвящено, в частности, и вопросу по техническим контрагентам, именно истории по НДС. И там четко указано, что налоговый орган может отказать в праве на применение налогового вычета по НДС, если докажет следующее обстоятельство, что, допустим, сделка нереально спорная, притворная сделка, о том, что я знал и не мог не знать, что это техническая компания заключала с ней соответствующий договор, и я не проявил никакую коммерческую осмотрительность. Дальше по пунктам раскладываем все вот эти пункты и говорим, что не было оснований сомневаться в своем контрагенте, есть соответствующие документы, подтверждающие коммерческую осмотрительность, сделка на самом деле реально, это налоговый орган не оспаривает в данном случае, и по тем параметрам, которые в частности изложены в этом известном письме Федеральной налоговой службы, контрагент все-таки не подходит под понятие технической компании. Ну и мы не могли предположить, например, что она вообще может быть такой. Вот такие вот обоснованные ответы, они действительно дают свой результат, потому что налоговые органы, они понимают, что уже на уровне разговора налогоплательщик уже дал понять, но показал свои зубы, он показал свою и в том числе юридическую грамотность и грамотность налоговых споров о том, что он готов дальше спорить. Ну и, скорее всего, после такого ответа просто интерес пропадет к такому налогоплательщику и пойдут, наверное, искать дальше, где будет попроще, где будут добровольные уточнения налоговых обязательств, где можно запугать действительно тематической выездной налоговой проверкой только по НДС, например, за 1-2 квартала. Ну, конечно, здесь все сугубо индивидуально, нужно взвесить, в любом случае нужно ходить на разговор с налоговой инспекцией, вы получите пользу для себя, вы поймете, какие претензии налоговых органов есть, конкретно к какому контрагенту, подумайте, как можно защитить свою компанию, какие есть соответствующие документы, взвесить риски при назначении выездной налоговой проверки и, соответственно, выбрать тактику защиты. Да? То есть либо вот такая вот уже серьезная переписка. Ну, иногда на практике, когда действительно есть какие-то скелеты в шкафах, принимают решение хотя бы частично уточниться. Бывает, что и такие моменты тоже попадают. А вообще очень интересный такой вот момент по поводу уточнения. Вот сейчас мы встречаем на практике, когда в актах и в решениях налоговые органы пишут, что были факты добровольного уточнения налоговых обязательств именно по этому контрагенту вне рамок проверки. Поэтому это свидетельствует косвенно о признании вины налогоплательщика и утверждает, что есть какая-то связь с технической компанией. На самом деле это просто вот такая вот красивая, наверное, пугалка, ничего страшного нет. Не говорить само по себе, что вы, например, являетесь выгодоприобретателем налоговой схемы или действительно получаете необоснованную налоговую выгоду по сделкам с этим проблемным контрагентом. Вот это очень тоже важно понимать. Что касается истребования документов, ну, напомню, что у нас документы могут налоговые органы истребовать как в рамках проверок, когда проводят выездную или камеральную проверку, например, да, либо встречные проверки, так называемые, либо вне рамок проверок на основании части 2 статьи 93.3 налогового кодекса. Мы очень часто вспоминаем эту часть 2 93.3. Почему? Потому что налоговые органы на практике часто ее используют при истребовании документов и информации. И очень часто абсолютно незаконно пытаются налогоплательщиков
получить информацию. Информацию для предпроверочного анализа, для оценки деятельности налогоплательщика. Однако данная норма не позволяет это делать от слова вообще. Да, скажем так, здесь, что касается требований, давайте как раз посмотрим в том числе и примеры, чтобы пояснить, когда все-таки действие налогового органа законное, а когда нет. Например, если мы с вами получаем требования, где идет перечисление практически всех норм. То есть в данном случае с требованием документов в рамках статьи 93, 93 прим по части 2, и представить практически все, что касается деятельности самой компании по всем контрагентам за 2 года, 2020 и 2021 год. Конечно, такое требование должно насторожить. Мы с вами, во-первых, не понимаем, да, то есть в рамках какого именно контрольного мероприятия. Если здесь говорить о части 2 статьи 93 прим, то налоговые органы могут требовать только документы, которые касаются конкретной сделки, которые все-таки налоговый орган должен как-то описать, чтобы было понятно, о какой сделке идет речь, либо о ряде сделок. И ни в коем случае не с требуемыми документами должны касаться деятельности самого проверяемого налогоплательщика с привязкой к периодам и каким-то прочим моментам. Потому что есть соответствующие разъяснения, в том числе от Конституционного суда. То есть получается, что получив такое требование, мы с вами даем ответ о том, что, извините, уточните, так в рамках какой, во-первых, нормы, если все-таки вы делаете упор на часть 2 статьи 93 прим, то напоминаю, что вы можете требовать только документы, информацию, касаемые конкретной сделки. Вот, и приводите соответствующие письма, известные определения Конституционного суда от 7 апреля, то есть какая конкретная сделка, нужно еще указать, да, какие-то сведения, которые индивидуализируют конкретную сделку, либо ряд сделок. То есть мы не уклоняемся от представления документов, но, пожалуйста, поясните, что конкретно вы от нас и в рамках какого контрольного мероприятия вы хотите получить. Так вот, как раз обратите, пожалуйста, внимание, вот то, что я говорила, часто под этой нормой, под частью 2 статьи 93 прим, скрывается незаконное истребование документов, когда налогоплательщика самого уже в рамках предпроверки проверяет. Это очень видно, когда начинают требовать все документы за 1-3 года, и здесь судебная практика уже однозначно сложилась, и по Московскому округу в первую очередь здесь вы сказали, что используя данную норму, нельзя и требовать документы, которые касаются деятельности самого налогоплательщика, поэтому явно здесь нарушение прав налогоплательщика и идет предпроверочный анализ, который сам по себе не предусматривает возможность с упором вот на эту норму истребовать какие-либо документы. То есть это расширение прав налогового органа по истребованию документа. Вот как раз здесь эта судебная практика есть, в том числе 2021 год, ее достаточно очень много. Точку в этом вопросе может или не может налоговый инспектор истребовать в рамках части 2 статьи 93 прим все, что он захочет, поставил Конституционный суд. Вот известное определение в апреле, где было как раз и указано о том, что, извините, что перелистнулся, о том, что налоговые органы на основании части 2 статьи 93 прим могут истребовать только документы либо информацию, которая относится к конкретной сделке либо ряду сделок, а не ко всей деятельности налогоплательщика с привязкой к периоду, по всем контрагентам и прочие моменты. Но при этом было отмечено, что налогоплательщик не вправе отказать налоговому органу в представлении документов в том случае, если не указаны конкретные реквизиты, номер, дата соответствующих договоров и прочие момент. Помните, была такая интересная судебная практика, когда налогоплательщики говорили о чем? О том, что если нет четких реквизитов документов, которые, то есть я не понимаю, что ты от меня хочешь, укажи конкретные реквизиты. Как говорится, уже не прокатит. В этом случае действительно нет необходимости индивидуализировать конкретные документы. Но, по крайней мере, налоговый орган может не располагать такими данными. Вот. И здесь еще как раз указано, что налоговый орган, он должен описать сделку либо ряд сделок по, допустим, любому ясному и четкому недвусмысленному признаку. Например, по конкретному товару партии, артикул, допустим, товара указал, по конкретному, например, какому-то контрагенту, например, контрагенту Ромашка, ну, понятно, за какой-то период и так далее.
тогда мы должны с вами представлять, то есть в рамках части 2 статьи 93 ПРИМ, то есть когда индивидуализированная сделка, например, артикул там, по конкретному контрагенту и прочие какие-то моменты, да, мы должны с вами представлять документы. Вот. Если налоговый орган, скажем так, постоянно требует какие-то представления документов, значительное и большое количество документов, здесь как раз Конституционный суд сказал следующее, что безосновательные требования большого объема документов является основанием для дачи объяснений налоговой инспекции, как вышестоящему налоговому органу суду, основание, для чего вообще он это делает. То есть пояснить необходимость истребования документов и для чего конкретно. Для того, чтобы оценить законность действия конкретной налоговой инспекции. Вот. Бывают такие варианты, когда получаешь требования, я называю это комбо-вариант требования, часть которой все-таки нормально составлена, на него придется ответить, а часть, ну, можно просто, естественно, нужно отвечать и отказать в представлении документов. Ну, например, вот здесь вот как раз опять известный у нас с вами пункт 2 статьи 93 ПРИМ, представить документ, опять оборотно-сальдовые ведомости, это самое любимое, да, у налоговых органов, по всем счетам бухучета, в разрезе субсчетов, расшифровка расходов, доходов, штатное расписание, а тут есть еще дебиторку, кредиторку, и представить копии доверенности, приказы об утверждении учетной политики и прочие-прочие моменты. Мы с вами знаем определение Конституционного суда. Нет оснований по данной норме представлять эти документы. А вот дальше пишет договоры по кактусу и репейнику, да, информацию об этих лицах, там, кому были реализованы товары. То есть сделка, она все-таки, мы можем понять, о каких сделках, какими контрагентами здесь речь идет. И вот по пунктам 1.4 и 2 пояснение все-таки желательно представить, а по-другому сказать, что извините, со ссылкой на определение Конституционного суда оснований для истребования документов в рамках данной нормы у вас не имеется. Причем часто задают вопрос, а можно ли истребовать документы, можете требовать документы или информацию налогового органа, если они касаются не моего прямого контрагента, а какого-то контрагента 2-го и 10-го звена. Да, могут. Действующее налоговое законодательство не содержит запретов, не ограничивает налоговый орган в истребовании документов только по прямому контрагенту. То есть вообще у нас налоговые органы могут истребовать у любого юридического или физического лица информацию, которую он считает, что это данное лицо располагает по любому тоже физическому либо юридическому лицу. Ну, то есть, по мнению налогового органа, располагает информацию. То есть, могут быть контрагенты 2-го, там, 10-го звена, если у них информация есть, и обязаны ее предоставить. А что касается истребования документов в рамках камеральной проверки, здесь, конечно, есть свои табу, свои ограничения. Известная статья 88 налогового кодекса, излюбленный пункт 7, который говорит о том, что нельзя истребовать документы, если одновременно представление с налоговой декларацией не предусмотрено, если, допустим, не выявлены какие-то ошибки, противоречия, которые между налоговой декларацией и сведениями, которые имеются у налогового органа, то у налогового органа все-таки нет законных оснований для истребования этих документов. Частые случаи, когда именно действительно по декларации по налогу на добавленную стоимость заявленная сумма, тем более по возмещению или вычета заявленные по НДС, начинают требовать, ну, большой объем документов, которые никак не относятся к налоговым вычетам по НДС. Здесь, конечно, нужно возражать, писать, что нет таких законных оснований, если тем более ошибки никакие не были выявлены и прочие-прочие моменты. Вот как раз и помните о волшебном пункте, который я уже озвучила, пункт 7 статьи 88, который говорит о том, что в рамках камералки вправе истребовать у налогоплательщиков инспекции документы только в двух случаях. Если документы должны быть представлены вместе с декларацией, и если представление таких документов четко поименовано в статье 88. Ну, в частности, например, по части 3 статьи 88, насколько я помню, это как раз выявление ошибок в разночтении между данными декларации и данными налоговых органов. Вот как раз это можно учитывать, когда вы пишете свои ответы на требования налоговых органов. По выездной налоговой проверке, там все-таки, конечно, больше случаев, когда нужно представлять документы, в том числе даже аналитику, так сложилась судебная практика. Причем очень интересная практика с прошлого года, когда налоговые органы начинают требовать представления документов,
которые они уже, в принципе, оригиналы которых они видели ранее при проведении выездной налоговой проверки, тем более, когда они имеют доступ к программе 1С. Как раз вы видите сейчас на экране два примера. Один положительный для налогоплательщика, второй отрицательный. Причем они как раз вот буквально два дня разница и определение Верховного суда совершенно разные вердикты. В первом случае здесь все-таки признали штраф незаконным за непредставление документов, потому что было указано, что налоговый инспектор мог ознакомиться с оригиналами, был доступ к 1С, поэтому, извините, вот, направление налогоплательщиков требования представления этих же документов, ну, как-то противоречит порядку проведения проверки. А в другом, то есть та же фактура, в другом деле Верховный суд сказал, что на самом деле норма 93 НК РФ не содержит положение, которое освобождает налогоплательщиков от обязанности представить документы в случае, если они уже ранее налоговые органы могли ознакомиться с оригиналами. Вот такая вот очень разношерстная судебная практика. Но вот аналитики требовать могут. А что касается ранее представленных документов, тоже смею вам напомнить, здесь очень важный момент. Документы, если ранее вы уже направляли в налоговые органы, повторно направлять не надо, но всегда нужно отвечать. Отвечать, вы пишете, что к какому конкретному налоговому органу, какие конкретные документы, когда были направлены. И дальше же налоговый орган по своим каналам будет разыскивать эти документы. И еще один маленький, но очень важный нюанс. Когда вы отвечаете налоговому органу, возражаете, да, представление документов в ответе на требования, не забывайте еще подавать соответствующее уведомление о продлении сроков представления документов. Это еще одна будет подстраховка для того, чтобы, если вдруг налоговый орган посчитает, скажем так, ну, необходимым привлечь к ответственности, конечно, мы будем оспаривать и говорить, что не было никаких оснований к представлению документов, но вот наличие еще и уведомления о продлении срока представления документов. То есть мы готовы представить документы, но, извините, если их требования из вашего, например, непонятно, что конкретно вы хотите получить, соответственно, я не могу представить документы. А вот как вы пояснение или новые требования направите, соответствующие я уже дам свои пояснения. Я не отказываюсь. Но я должен понимать, для чего необходимы эти документы и какие конкретно. По ответственности тоже здесь очень важные моменты. Посмотрите, пожалуйста, здесь тоже бывает путаница, причем у самих налоговых инспекторов. У нас за неисполнение требований по статье 93, здесь нарушение, значит, 200 рублей за каждый непредставленный документ по части 1 статьи 126. Если требование выставлено на основании статьи 93.1 по части 1 и 2, неважно, то за непредставление документов штраф 10 тысяч рублей. А еще за непредставление информации возможен штраф 5000 рублей. А если повторно мы не будем представлять, да, то есть за рецидив, как говорится, еще 20 тысяч. Получается, что за непредставление документов информации можно получить, схлопотать, как говорится, два штрафа. Что касается еще очень интересной судебной практики, посмотрите, здесь, ну, суд показал вообще налоговому инспектору о том, как нужно рассчитывать вообще штрафы. У нас налоговые инспекторы нацелены на то, чтобы пополнять бюджет, в том числе и за счет штрафов, потому что очень много судебной практики, когда штрафы просто зашкаливали, они составляли там и 50 миллионов, и 60, и 70, и именно по 126 статье, даже там 200 рублей за каждый непредставленный документ, потому что требовали большое, огромное количество документов, понимая, что налогоплательщик не в состоянии это все представить вовремя, априори, да, и вот такие штрафы, как говорится, вешали, суды это все пресекают, они говорят, что невозможно на самом деле исполнить эти обязательства, это все действительно направлены на то, чтобы незаконно пополнять бюджет, незаконные действия налоговой инспекции. Так вот здесь вот такая интересная ситуация была. Компания получила требование к представлению документов, часть представила, а по другой части сказала, что любимый оборот на сальдовые ведомости, карточка счетов по бухучету в разрезе субсчетов, я представлю там чуть попозже, представила позже. Причем и получила штраф 200 рублей за каждый непредставленный документ. Вот. Сумма небольшая, но тем не менее налогоплательщик дело принципа вышел в суд. Суд признал, что привлечение его к ответственности все-таки законно, но штраф уменьшил, потому что налоговый орган, по мнению суда, неправильно исчислил. А вот в чем была ошибка.
Инспектор затребовал документы по 27 счетам бухучета. А у компании на самом деле вместо 27 регистров по 27 счетам вела больше документов, и по факту их оказалось 146. Так вот, простая математика. Нужно было не 146 документов умножать, которые представил налогоплательщик с опозданием на 200 рублей, а нужно было 27 умножить на 200. И вот так, естественно, штраф оказался не 29 200 рублей, а всего 5400. Вот такая вот соответствующая математика. А налоговые органы любят рассчитать. Часто в судах задают вопросы, а как вы математику раскроете, как вы рассчитали. Были случаи таких пояснений, что там за каждую страницу документа, то есть не за один документ, а за каждую страницу документа 200 рублей. Вот такие даже казусы бывают. Итак, резюме. Когда получаем с вами соответствующие требования, нужно обязательно вчитываться в него. В рамках какого контрольного мероприятия, для чего, какие конкретно документы истребуются, и, соответственно, чтобы понимать, что нужно представлять, а что нет необходимости. И вообще, конечно, я хочу еще такую примарочку сделать, то, что обращайте внимание иногда, то есть если мы с вами говорим, вот нет обязанности, исходя из пункта 7 статьи 88, обязанности нет, но право есть. Если вы считаете необходимым дать какие-то пояснения, разъяснения, либо представить часть документов каких-то, конечно, если это в наших интересах, мы с вами все-таки должны это делать, а не так идти на пролом. Потому что не исключены такие ситуации, когда пишем, что вот из вашего требования невозможно понять, есть ли ошибки или нет и прочее. Следом мы можем получить требование, где как раз четко будет описано, какие и что ошибки выявлены, тогда нужно исполнять соответствующие требования. Но тем не менее, всегда нужно пресекать незаконные требования для того, чтобы они были обоснованы, чтобы мы с вами понимали, что нужно представить. Поэтому, если какой-то документ уж очень не хочется представлять, например, а налоговые органы уточненные, так называемые, требования представили, и там они написали, что для чего конкретно и почему они требуют этот документ, можно давать соответствующие пояснения, да, то есть выдержки из этого документа, еще что-то. То есть вот таким образом еще и налогоплательщик, как говорится, выкручивается. А что касается рисков основных, сегодня мы с вами затронем вот этот немножко такой вопрос, связанный с техническими контрагентами. Это ведь не только вопрос поднимается в рамках разговора с руководителями в налоговой инспекции, да, почему вы выбрали этого контрагента, а вот он технический, вот он не заплатил НДС, пожалуйста, добровольно уточнитесь, иначе с выездной придем. Так и в ходе выездных тоже, когда начинают копать, тоже возникает очень много различных вопросов. Смею вам напомнить, мы уже с вами сегодня вспоминали письмо ФНС от 10 марта 2021 года, в котором заложен алгоритм проверки, который должен исполнять каждый инспектор, когда речь идет о связи налогоплательщика с техническим контрагентом. И первое, что у нас есть алгоритм, первый шаг – это как раз проверить реальные и нереальные хозяйственные операции, сведения. То есть действительно ли имело место поставки товаров, выполнения работы, оказания услуг, если только это было все на бумаге. Конечно, эта сделка нереальна, и все, вычеты, расходы, естественно, будут сниматься однозначно. Дальнейшее тестирование не имеет никакого значения. Все. И суды поддержат налоговые органы. Если сделка реальна, то есть иногда возмущаются, ну как же товар-то поставлен, вот он есть, я же расходы понес. Да, товар, например, есть, расходы понес. Но тот контрагент, который был заявлен в налоговой инспекции по документам, да, представленные договоры и прочие моменты, он реально не мог выполнить, то есть поставить соответствующие товары, выполнить работу, оказать услуги. В силу того, что нет, он, допустим, не приобретал никогда этот товар нигде, да, и нет соответствующих материальных трудовых ресурсов, никого он не привлекал, ну, то есть это как раз и компания техничка. А если это товарищ-то не оказался техничкой, то есть мы понимаем, что товар был приобретен у кого-то другого. Да, так вот как раз здесь встает вопрос, что, например, при умышленном внедрении технической компании налогоплательщик может претендовать на вычеты и расходы в том случае, если он раскроет фактического исполнителя, как он реально товары эти получил. И вот соответствующие по суммам, которые были отражены у фактического исполнителя, как раз в этих размерах вычеты и расходы можно рассчитать в рамках налоговой реконструкции для такого налогоплательщика, даже при умышленном внедрении технической компании.
А если мы по неосторожности, да, нам говорят, смотрите, техническая компания, а мы говорим, ой, а мы и знать не знали, товар-то есть, все замечательно, мы довольны, живем. А тут вы говорите, что техническая компания, мы должны с вами защищаться, говорить о том, что на самом деле я как налогоплательщик не в силу аффилированности, не в независимости, не мог знать о проблемности этого контрагента. Я проявил должную степень осмотрительности при выборе его. Смотрите, какое досье. У меня есть положение в договорной работе и выборе контрагента. Мы все сделали максимально, что от нас возможно. Все, что было в открытых доступах, мы посмотрели, проанализировали. У нас не было оснований сомневаться в этом контрагенте ни разу. И в этом случае, конечно же, тоже если сочтут налоговые органы суды, что проявлена должная степень осмотрительности, то тогда вычеты и расходы, как говорится, за нами. А если не проявлена должная степень осмотрительности, о вычетах нужно, к сожалению, забыть, а вот расходы рассчитываются на основании 31 статьи расчетным способом. И весь налогоплательщик должен активно поучаствовать. По налоговой реконструкции вообще очень много сейчас судебной практики формируется, особенно, например, в части когда возможно претендовать на реконструкцию, если, например, налогоплательщик не поспособствовал, не раскрыл данные фактическому исполнителю, а вдруг у налогового органа эти данные сами-то оказались, налоговый орган и раскопал, должна или не должна быть здесь реконструкция. Ну, то есть вообще вот эти все нюансы мы как раз на круглых столах уже будем рассматривать, анализировать. Судебная практика, она как раз вот и в августе два дела интересных рассматривается. Так что приходите, есть о чем поговорить, чем поделиться. А что же делать, да, что делать по проблемным контрагентам? Ну, как раз вы посмотрите, здесь есть, и я привела вам тоже некую подсказку, я думаю, что вы внедряете это в себя в деятельность, смотрите информацию на официальной сайте налоговой службы, смотрите данные, допустим, по отчетности ГЕРБО, смотрите данные из ЕГРИП или ЕГРЮ, да, в зависимости от того, кто у нас контрагент, убеждаетесь в материальных и наличии материальных трудовых ресурсов при необходимости. Это, конечно, очень важно знать. Но здесь нужно сделать еще такую ремарку о том, что такого золотого все-таки стандарта проявления коммерческой осмотрительности его нет. Об этом говорят нам и сами суды, представители ФНС. Все сугубо индивидуальное будет оцениваться судами и налоговыми органами в отношении конкретного налогоплательщика, исходя из размеры сделки, серьезная она была для него, требовалась ли более повышенной степени осмотрительности или нет. Или достаточно было получить только выписку из ЕГРЛ и удостовериться в полномочиях о подписании договора и первичной документации. А еще очень интересный инструмент по защите от проблемных контрагентов, которые в частности тоже очень сильно пиарят налоговые органы, это у нас с вами налоговая оговорка. Я думаю, что налоговая оговорка тоже вы активно пользуетесь. Сейчас очень многие соглашаются контрагенты на заключение договора или отдельные дополнительные соглашения с налоговой оговоркой для защиты от возможных налоговых рисков из-за контрагента. И здесь как раз у нас действуют две статьи, 406 прим и 431, заверение обстоятельств, 406 прим – это возмещение потерь. Пока лидирует первая статья, 406 прим – возмещение потерь. Самое главное, почему? Потому что здесь есть возможность прописать условия, например, в том числе, в каких случаях возмещение потери, это очень важно, то есть достаточно ли будет только получение уведомления от налогового органа о том, что контрагент, скажем так, техническая компания не исполняет свои налоговые обязательства по уплате НДС, или на самом деле она таковой не является, то есть некие предположения и добровольные уплаты уже являются основанием для возмещения контрагента потерь. Либо нужен соответствующий акт решения. Здесь не ищется причинно-следственная связь между действием контрагента и последствиями, как это делается в статье 431.2. Поэтому, конечно же, как резюме, вообще вот эта вот налоговая оговорка, это хорошо, главное, чтобы она была. Но есть риски того, что когда час X наш контрагент может оказаться неплатежеспособным, либо из-за того, что мы неграмотно прописали эту налоговую оговорку, мы окажемся в такой ситуации, что на самом деле никто нам эти вот потери в виде налогового доначисления не вернет. Рисков, конечно, очень много, и здесь нужно серьезно обращать внимание, когда вы составляете вот эту налоговую оговорку. Ну а второй момент, платежеспособен или не платежеспособен будет наш контрагент, мы это, к сожалению, мы повлиять с вами не можем.
Ну, то есть это вот не стопроцентная, конечно, защита от налоговых рисков. И поэтому, конечно, задаешься вопросом, а что же является стопроцентной защитой от налоговых рисков? Мы с вами понимаем, что на сегодняшний день Федеральная налоговая служба действительно такой достаточно серьезный соперник, особенно при выявлении налоговых схем, и не только схемы и добросовестные налогоплательщики. Бывает, что какие-то ошибки часто допускают, не заметили их вовремя, не исправили, это приводит к налоговым вычислениям, это весьма становится, конечно, очень грустно, особенно когда вот мы проводим аудит, львиные доли вот таких вот как раз ошибок, именно связанных с ошибками, с отсутствием каких-то первичных документов, какими-то иными оплошностями, которые могут привести к налоговым вычислениям, но если мы, слава богу, вовремя выявили, подкорректировали, что это можно сделать, да, нашли соответствующие документы и таким способом просто нивелировали налоговый риск, это замечательно. Поэтому на сегодняшний день, конечно, для того, чтобы снизить налоговые риски, понятно, нужно быть в курсе вообще всех происходящих налоговых изменений, да, пользоваться какими-то законами, налоговыми льготами, преференциями, которые предоставляются в рамках действующего законодательства, знать, что особо интересует налоговые органы, что в фокусе внимания, какие, допустим, договоры часто проверяют. Например, вот тренд опять 22 года будет у нас договорные отношения с самозанятыми. Об этом напрямую заявит Федеральная налоговая служба. Риск переквалификации гражданско-правового договора с самозанятым в трудовой договор или любой другой, да, там и управляющий и прочий момент, когда вообще, например, заработную плату старается завуалировать под выплату, допустим, там, по ученическим договорам, выплату займов, ну, там очень много различных историй, и как раз в эту сторону тоже налоговые органы смотрят. То есть, зная вот эти вот основные тренды, отделять больше внимания, что у меня в компании, все ли у меня хорошо, как оформлено, есть ли соответствующие документы, а как на это посмотрел бы налоговый орган. Поэтому, конечно, своевременное выявление вот этих всех рисков, знание рисков, это возможность управлять ими, и своевременно их корректировать, исправлять, это, конечно, такая вот гарантия за счет того, что хотя бы снизишь риски налоговых доначислений. Как вот как раз Виктория говорила, когда мы задаем вопрос, а вообще аудит может ли спасти от налоговых рисков, разные совершенно ответы, когда начинаешь уже предметно разбираться, говоришь, а почему вы считаете, например, что аудит не способен защитить от налоговых претензий, они говорят, ну как же, мы проводили вот обязательный аудит, там финансовый, ну, извините, финансовый аудит, конечно, все это замечательно, но он не проверяет налоги, поэтому мы всегда активно призываем, сделайте свой аудит максимально полезным и обязательно выявляйте налоговые риски, потому что это налоговые доначисления, возможно, они могут негативно отразиться и на самой компании, не забывайте об уголовной субсидиарной ответственности. То есть таким образом, подстраховывая компанию от налоговых претензий, вы защищаете еще от себя от возможных последствий субсидиарной уголовной ответственности за неуплату налогов. А обязательно, как юрист, не могу пройти мимо и сказать, что когда вы смотрите соответствующий договор с аудиторской компанией, обращайте, пожалуйста, внимание, какие она предоставляет гарантии и страховки в части налоговых рисков. Например, у нас есть аудит как раз с расширенной страховкой гарантии, о которой говорила Виктория. У нас предусмотрена гарантия в виде налоговой защиты налоговыми юристами в течение 3 лет после периода проверенного аудитом. Допустим, если 2021 год мы проверяли, получается 2022, 2023, 2024 год, есть гарантия, то, что если будут претензии со стороны налоговых инспекций, налоговые юристы компании проводят аудит, будем отстаивать их, отбивать претензии, признавать их незаконными, да, то есть если относится к тому периоду, к предмету, то, что мы проверили, и действительно, допустим, что-то не усмотрели, или, возможно, претензии налоговых органов вообще будут голословные, просто хотят что-то доначислить, мы с вами будем отбивать. Но если уж в судебном порядке суды все-таки признают правоту налоговых органов, в этом случае пени штрафа мы тоже возместим за счет страховки компании «Ингустрах». И о фактах возмещения компании «Ингустрах» этих страховых случаев, в данном случае пени, как раз Виктория уже вам рассказала, повторяться не буду. Поэтому подумайте, действительно, это хорошая защита и себя, и своей компании от налоговых рисков, сделайте аудит максимально полезным.
И еще раз напомню о том, что есть круглые столы. Пожалуйста, еще раз выведу QR-коды, записывайтесь, пожалуйста. Много чего интересного хотелось бы объяснить, рассказать. 6 июля финанализ для финансистов. Как раз 14 июля по командировкам, расчеты с подотчетными лицами, 20 июля поговорим о том, что делать, если налоговый орган предлагает добровольно уточниться. И, конечно, тем более есть у вас возможность участвовать первый раз бесплатно в круглом столе, поэтому приглашаю еще раз от всей души. Будем рады видеть каждого из вас. И подписывайтесь на телеграм-канал. Ну что ж, я думаю, что, смотрю, у нас есть с вами вопросы. Перейду уже к ответу на вопросы. Так. Так, вопросы к Виктории, вопросы Наталье. Наталья, убытки с какого размера начинают интересовать налоговые органы? Игорь, не поверите, любые. Нет, это серьезно, действительно так, потому что любой убыток, сам факт убытка, это непосредственно уже внутренняя кухня налоговых органов, факт убытка, то есть это все на автоматизированной системе уже быстро отслеживается, и налоговый инспектор должен отреагировать и провести соответствующую работу с налогоплательщиком, например, направить ему соответствующие требования о пояснении причины получения убытка. Соответствующее письмо, да, счастье такое, мы должны с вами объяснять не пространно, как говорят нам суды, а именно с фактами, почему именно такая сумма убытка была получена. Как понять, что наши пояснения устроили налоговый орган? Надежда, ну как понять? Понятно, что нам никто не будет звонить и говорить: спасибо, такие прекрасные пояснения, все понятно, да. Хотела бы, конечно, это тоже услышать. Как чаще всего на практике? Молчание. То есть все. Проходит какой-то период, ну, чаще всего там где-то месяц, а уж два, то есть вообще замечательно, и тишина, и больше никаких требований нет. Ну, понимаем, что все удовлетворил наш ответ, на этом тема закрылась. Например, если это касается нашего пояснения на протокол заседания рабочей группы, здесь очень быстро реагируют, ведь у нас, когда протокол мы с вами проверили соответствующий, дали пояснение, нам дают где-то 5-7 рабочих дней для того, чтобы принять решение, уточниться, доплатить налог в бюджет или нет. А мы дали вот пояснение, о чем мы с вами говорили, о том, что нет никаких оснований. В принципе, все, на этом, если тишина дальше идет, значит, удовлетворились, пошли кого-то искать дальше, да, какие-то моменты кривые у других налогоплательщиков. А если что-то не так, начинаются звонки, повторные приглашения неоднократные. Это типичная ситуация, когда неоднократно начинают приглашать либо по этому же контрагенту, либо по другому контрагенту. Здесь вот, то есть основной такой вот показатель – это вот тишина. Какой-то там, допустим, месяц, в течение месяца, по крайней мере, должны уже отреагировать, если что-то не понравилось. Ну, месяц, тишина, уже, слава богу, есть шанс того, что все-таки забудут. Конечно, это тоже не факт, что действительно, может быть, по другому контрагенту начнут дергать. Здесь все сугубо индивидуально, в том числе зависит от человеческого фактора. Пришло в июне 22-го пришло уведомление в соответствии с подпунктом 4, пункта 1, статьи 31 кодекса дать пояснение по основным средствам. Постоянно на 1 января 2022 года представить письменное пояснение с представлением подтверждающих документов. Данные основные средства были приобретены у неплательщиков НДС или НДС не возмещался. Мы дали пояснение с перечислением НДС на поставщиков, перечислили счета фактуры, представили анализ книги покупок в качестве подтверждения, что НДС не возмещали, а вот это еще даты возмещения не было. Документы не представили. Как вот здесь такое длинное сообщение, коллеги, вот что хочу сказать. Когда идет предметный разговор о каком-то требовании, в первую очередь нужно видеть сам документ для того, чтобы аргументированно на него ответить. Вы уж не обижайтесь, иногда просто не видят какие-то важные моменты из самого требования, да, то есть какая-то не та норма, не на то, что сослались, и можно соответствующе на этом сыграть и сказать, что ваши требования не соответствуют действующим нормам законодательства, потому что
да, и вот составлены, так, допустим, неправильно. Ответь, как правильно ответить, чтобы понять, как правильно ответить. То есть, что законно, что незаконно. Я смотрю, что вы часть документов все-таки представили, дали пояснение о том, что... это я могу просто понять. Это вы пишете, что были представлены уже документы. Сейчас еще раз почитаю. Дать пояснение вас требует. Да, данные были приобретены неплательщиком НДС. Вы дали пояснение, все поняла, с перечислением НДСных поставщиков, счета, фактуры. То есть вы какие-то данные... Наталья, можно я вам поясню? Я тут да, прям... очень буду благодарна. Значит, насколько я поняла, компания перешла на упрощенку, поэтому должна была восстановить НДС в четвертом квартале 2021 года с остаточной стоимости основных средств. Вот, и, видимо, налоговые органы хотели уточнить, а исполнила ли теперь новый упрощенец обязанность по восстановлению НДС. Вот, и в связи с этим запросил остаточную стоимость, да, пояснение по основным средствам на 1 января 2022 года. Ну, я думаю, что компания, ну, я не знаю, насколько правомерно это требование, да, было по статье 31, это ваш вопрос, но мне кажется, что компания, пояснив, что по основным средствам, которые у нее оставались на 1 января 2022 года, она НДС к вычету не принимала, и даже, я так поняла, пояснила с доказательствами того, вот книгу покупок в качестве подтверждения, хотя я не знаю, как может книга покупок в качестве подтверждения доказывать, что к вычету НДС не принимали. По мне, это просто было достаточно подтверждения о том, что НДС к вычету не принимали. Ну и чтобы усугубить, наверное, можно было представить карточку основного средства, из чего формировалась первоначальная стоимость, или документы на формирование первоначальной стоимости, что там не было входного НДС, если основные средства упрощенцев приобретали, да, то есть что вам НДС не предъявлялся, вот, или что вы его к вычету не принимали, потому что у вас там необлагаемые какие-то операции были, включили в стоимость, то есть вот... Этого более чем достаточно будет. Да, это вот с моей точки зрения, абсолютно. То есть если говорить о том, что представить, да, что можно было бы представить, вот, а что там по 31 статье, это к вам, Наталья, уж извините, что вклинилась. Не-не-не, спасибо большое, дело в том, что я как раз вот первую строчку, она мне закрылась, я не увидела переход на упрощенку, а это, конечно, очень важно, поэтому, да, то, что вы представили, в принципе, является уже, ну, может быть, даже достаточно сочтет налоговый орган. Если нет, вот как раз советы Виктории, они можно в дополнение еще, как говорится, отправить налоговым органам. Я думаю, что они удовлетворятся уже тем, что, соответственно, вы представили, возможно. А так, да, то есть пояснения могут попросить представить. Это уже не требование в рамках 31-го, это... просит представить соответствующие пояснения, и налоговые органы здесь все-таки могут вот такие, просить представить какие-то пояснения и при желании документы. То есть это законно. Так, Кристина, это как-то другое. Сейчас, секундочку. Пока мы уточняем детали запроса, ну, требования, видимо, срок на представление запрошенных документов продолжает течь. Вот как раз, Кристина, о чем я и говорила. Течь продолжает естественно. Поэтому, направив уведомление о невозможности представить документы в указанный срок, мы с вами как раз и прикрываем вот этот рисковый момент для себя. Если возникает налоговый спор, мы будем говорить, что срок, он, конечно, истек, но штрафовать у меня нет никакого основания, потому что, я просила уточнить в рамках чего есть требуется, да, то есть какие документы, что интересует, то есть я выясняла, законное или незаконное требование, для чего оно было вообще направлено, а второе, я направила еще уведомление, тем более форма есть, она, можно и даже в простой форме соответствующее уведомление написать о том, что мы готовы направить документы, но после того, как будут уточнены уточнены вопросы, которые мы указали, например, выше. Можно даже попытаться и в самом ответе на требование это написать и приравнять его потом к уведомлению. А можно второй документ отдельно написать о том, что о продлении сроков представления документов.
Если даже налоговый орган проигнорирует это уведомление, в любом случае суды они учитывают, что налогоплательщик уведомил налогового органа о том, что налоговый орган о том, что не может ответить в срок по действительно серьезным основаниям, которые изложены, например, в ответе на требования. Поэтому уведомление нужно направлять, потому что совершенно верно, срок он не приостанавливается, он продолжает течь. Срок, Денис пишет, а срок для ответа на запрос, какой нормой определяется, это же не проверка. У нас есть, смотрите, нет, у нас предусмотрены сроки как для 90, в рамках 93 статьи, так и в рамках 93 прим. Смотрите, в налоговом кодексе 93 статья, насколько я помню, это у нас как раз часто в рамках проверки направляется, порядка, по-моему, 5 дней представления документов, если я не путаю, да, 93 прим как раз... Так, по 93 10 дней, а в 93 прим 5 дней. Вот так вот, если мне память не изменяет, то есть эти сроки установлены 93 93 прим. Поэтому в них нужно, конечно же, уложиться. В рамках выезда налоговой проверки доступ к 1С обязаны представлять? Нет такой обязанности? Нет, у вас есть такое право, Ирина. А можно по убыткам сказать, что контрагенты ушли и компания собирается закрываться? Конечно, можно. Все, в принципе, вопросы тоже, вопросы закончились. Спасибо большое всем за внимание. Все основные моменты, которые хотели мы сегодня отразить, Виктория, рассказали. Всем самого крепкого здоровья, удачи, благополучия. Ждем вас на наших круглых столах. Звоните, пишите, всегда открыты к общению. Всего доброго, до свидания. Да, Виктория, Наталья, спасибо большое. Друзья, я видела в чате вопросы по ссылкам на круглые столы. Обязательно сейчас поделимся и в чате, и в рассылке с видеозаписями и презентациями обязательно будут. Лето с круглыми столами от правительства аудита будет действительно жарким, поэтому не пропустите. Всегда-всегда самые интересные мероприятия с коллегами из правительства аудита. Я, друзья, благодарю вас за активное участие сегодня и желаю всем прекрасного дня. До встречи на наших будущих мероприятиях.